Уважаемые коллеги, еще раз всем добрый день, доброе утро. Я предлагаю начинать. Меня зовут Евгения. Я рада всех приветствовать на международной конференции «Российские деятели науки и культуры как мировое явление», которая сегодня у нас проходит в Малайзии. И я хотела бы представить модераторов со стороны Российской Федерации. Николай Николаевич Миклуха-Маклай, директор и основатель фонда имени Миклуха-Маклая, ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН. И со стороны Малайзии Светлана Николаевна Ковалева, руководитель Российского центра науки и культуры в Куала-Лумпуре. Уважаемые участники конференции, у нас сегодня есть возможность синхронного перевода. Обратите, пожалуйста, внимание, что на ваших экранах с правой стороны от кнопки демонстрации экрана есть значок перевода. Здесь можно выбрать перевод на русский или на английский язык. Сейчас можно будет попробовать протестить. И Инна, наш переводчик, сейчас слышите меня, да, Инна? Можно попереключать кнопки, посмотреть, какой язык вам слышен, и проверить таким образом. Вот таким образом мы можем переключить. Just take your time to select the settings and to adjust the volume and the sound for better quality. Да, и я хочу предупредить, что Инну будет слышно на английском канале. And also, I would like to inform you that our interpreter will be only heard on the English channel. So please pay attention to that and select the language. Да, 10 минут на все выступления, на доклады. Будьте, пожалуйста, внимательны. Вот, я предлагаю начинать. Передаю слово Николаю Николаевичу Миклуха-Маклаю. Дорогие друзья, во-первых, я хотел поблагодарить за то, что кто-то собрался в ранний час, кто-то днем, и это потрясающе, что наша конференция сейчас, благодаря скорости интернета, возможна и повсеместная, и, конечно же, состав участников, который сейчас у нас присутствует и который к нам присоединяется, он поражает. Это говорит о том, что действительно российские деятели науки и культуры, как мировое явление, много сделали. Scientists, Russian great figures from science and culture. Нам наладить межкультурный диалог. Я хотел вам, конечно, в первую очередь представить нашу переводчика-синхрониста Инну Черненко. Если кто знает, что в течение двух часов одному синхронисту достаточно трудно будет работать, но весь этот перевод будет доступен, если к нам конференции подключаются англоязычные участники, они всегда могут эту конференцию полностью услышать на английском языке. Она также будет представлена на английском языке, поэтому Инна в течение всего этого времени будет вести. Я хотел также представить члена молодежного экспертного совета Гарина Артема, действительно исследователя, человека, который за последние пару лет провел очень серьезнейшую работу и побывал в экспедициях на Новой Гвинее и проводит регулярные доклады. Сегодня его будет тема, связанная как раз с путешествием Николая Николаевича Миклуха-Маклая в Малайзии. И вот этот краткий доклад, но я думаю, что развернуто показывающий основные моменты путешествия будет. И, конечно, хотел поблагодарить и представить доктора филологических наук, поблагодарить за участие профессора кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге Валерия Анатольевича Ефремова. С российской стороны вот мы сейчас со стороны фонда пригласили спикеров, которых я вот сейчас вам представил. Я передаю, когда, конечно, слово Светлане Николаевне, которая, благодаря которой наш состав участников достаточно большой. Я хотел бы, чтобы Светлана Николаевна лично представила всех участников конференции со стороны Малайзии, со стороны, которая пригласила нас. Николай Николаевич, спасибо большое. Я действительно хотела бы перед официальным открытием нашей конференции назвать тех участников, от которых мы ждем доклады, от которых мы ждем короткие комментарии по теме конференции. В первую очередь, востоковеда, историка, специалиста по Юго-Восточной Азии, переводчика, вице-президента общества Нусантара Погодаева Виктора Александровича, доктора исторических наук, главного научного сотрудника отдела Австралии, Океании, Индонезии, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Ревуненкову Елену Владимировну,
заведующую кафедрой филологии стран Юго-Восточной Азии, Монголии и Кореи, Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, Кукушкину Евгению Сергеевну, скульптора, автора бюста Николая Николаевича Миклуха-Маклая, Потоцкого Григория Викторовича, настоятеля прихода архистратига Божия Михаила, игумена Павла, профессора анатомии факультета медицины и здравоохранения университета ЮНИМАС, председателя Ассоциации российских соотечественников Малайзии Капитонову Марину Юрьевну, директора общеобразовательной школы при посольстве России в Малайзии Автухова Дениса Игоревича, кандидата педагогических наук, преподавателя русского языка как иностранного в университете Куала-Лумпура Кытину Викторию Викторовну, преподавателя русского языка Российского центра науки и культуры в Куала-Лумпуре Белозерцеву Алену Владимировну. И также хотела бы сказать, что в числе приглашенных представители русскоговорящего сообщества Малайзии, в том числе преподаватели русского языка, наши друзья, и даже знаю, что есть студенты Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. А сейчас для официального открытия онлайн-конференции слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Малайзии Латыпову Наилю Маскотовичу. Спасибо, Светлана Николаевна. Дорогие друзья, доброе утро, добрый день. Я рад вас всех приветствовать по случаю открытия нашей конференции сегодня. Для меня это большая честь и удовольствие видеть вас всех сегодня. Признателен за приглашение принять участие и открыть эту конференцию. Я бы хотел прежде всего отметить, что мы рассматриваем нашу сегодняшнюю встречу, конференцию, как, наверное, первый шаг к подготовке празднования 175-летия нашего выдающегося соотечественника Миклуха-Маклая, который мы будем отмечать в будущем году. И в этой связи, мне кажется, принципиально важно, по крайней мере для тех, кто находится и работает в Малайзии, принципиально важно, наверное, отметить два момента, да? Что для нас имело бы большое значение пропаганда деятельности Миклуха-Маклая, его трудов, да, того вклада, который он внес в антропологию, в этнографию, так сказать, в другие отрасли науки. Потому что я первый раз в Малайзии, для меня это такой новый вызов, новый челлендж. И к своему удивлению, когда я знакомился с материалами по этой стране, значит, я, к удивлению и к некоторому, будем откровенно говорить, возмущению, нигде не встретил упоминания о Миклухе-Маклае. Значит, причем этого упоминания даже нет в таком очень фундаментальном труде по истории Малайзии, который подготовлен англичанами Барбарой и Леонардом Андайс, извините, если я ошибаюсь. Ну, такой фундаментальный, так сказать, научный энциклопедический труд, но там нет даже упоминания, да, о нашем соотечественнике, так сказать, о двух его экспедициях, о том, что он сделал в Малайзии. Считаю, что это, конечно, может быть, наша недоработка, но, с другой стороны, это такая новая задача, которая стоит перед нами, это пропагандировать то, что сделал наш великий соотечественник в Малайзии, доносить это до малайской не только общественности, а прежде всего, конечно, до специалистов, ученых, кто этой проблематикой занимается. И второй момент, на который бы я, который для меня лично был таким поразительным, так сказать, моментом, когда я готовился к нашей встрече, я просмотрел, значит, материалы, ну, кроме тех детских воспоминаний, да, которые, так сказать, у меня сохранились от чтения детских книг о нашем великом соотечественнике, меня просто до глубины души потряс тот факт, что, оказывается, для того, чтобы защитить вот обитателей, коренных обитателей Малакского полуострова, Малакки, других стран, Николай Николаевич, насколько я вот вычитал, сжег дневники, или, так сказать, уничтожил дневники в своей второй экспедиции. Да? То есть человек, вот для меня это, конечно, потрясающе по существу, уничтожил дело всей своей жизни для того, чтобы защитить вот тех людей, с которыми он общался, которых он изучал. Поэтому для меня это такой потрясающий факт, и, конечно, нам надо об этом говорить, рассказывать, с тем, чтобы и те, кто живет в Малайзии, и в других странах Юго-Восточной Азии, об этом знали. Поэтому, завершая свое такое короткое приветствие, я бы хотел еще раз пожелать вам успехов,
выразить уверенность и надежду на то, что конференция и все мероприятия, которые планируются на будущий год, пройдут с успехом. И хотел бы вас заверить в том, что со стороны посольства в России, наших сотрудников, которые здесь работают, мы предпримем все возможные усилия для того, чтобы все эти мероприятия прошли на хорошем, высоком уровне и внесли вклад в изучение наследия нашего великого соотечественника. Спасибо большое. Большое спасибо, Наиль Мазгутович. Большая честь, что вы смогли найти свое время для участия в этой конференции для нас всех. И, конечно, вот вы упомянули о Микухе Маклае, о его экспедициях и о его идеологическом наследии, о том, что он пропагандировал единство народов и рас, и первый, кто именно благодаря своим не просто лозунгам, а научным исследованиям, показал, что все народы равны. Вот об этом как раз все расы равны, и подобные какие-то передергивания, что кто-то лучше другого, невозможно. Вот об этом как раз, конечно же, нужно говорить. Большое спасибо за эту поддержку. Я думаю, что мы будем это пропагандировать со всех сторон и стараться делать так, чтобы эта вся информация была доступна. Кстати говоря, вот в рамках этой конференции, вообще этого проекта, у нас доступен сайт, который мы сделали. Мы будем рады, если вы будете, все участники, знать об этом сайте «Российские деятели науки и культуры», и также группа в Фейсбуке, которая потрясающим образом после нескольких постов о России, где мы рассказывали о российских деятелях науки и культуры, получила, вы не поверите, 290 репостов, 40 тысяч охвата, и оказывается интересно узнать о России, оказывается интересно то, что мы делаем, и не только нам, а оказывается огромному количеству, тысячам и тысячам людей. Это вдохновляет и заставляет двигаться дальше. Я хотел бы представить, Светлана Николаевна, мы тогда будем идти таким образом, что я буду представлять, да, или мы по очереди, как мы сделаем тогда? Мы можем делать, как нам это будет удобно, либо через одного, либо я могла бы вам полностью это право предоставить. Светлана Николаевна, я тогда хотел бы, чтобы вы представили первого спикера, как раз потому, что вы его и пригласили. Для меня большая будет честь, если вы тоже сейчас продолжите, а дальше уже я пойду по каждому из спикеров, если позволите. Иногда подменяю друг друга. Будет удобно так? Да, хорошо. Первым спикером у нас, насколько я помню, выступал Николай Николаевич Микухе-Маклай. Ах, отлично. Вы готовы к докладу, тогда, Николай Николаевич? Да, я готов, конечно же, к докладу. Основатель и руководитель фонда Микухе-Маклая, соорганизатор конференции. Вы знаете, Светлана Николаевна, я напросился на то, что вы меня представили, но, однако, я разволновался и хотел уже представить следующего спикера. Ну, тогда мой доклад, он, в принципе, заключается в том, что сделать небольшой обзор о нашем проекте, который мы запустили, для чего мы его делаем. Потому что российские деятели науки и культуры, как мировое явление, в этом году этот проект рассматривает двух людей. Это Николай Николаевич Микухе-Маклай, который действительно достаточно много сделал. И проходит он в первую очередь двумя конференциями в Малайзии и в Индонезии. Также мы дополнительно будем проводить ее в Папуа-Новой Гвинее. И несмотря на то, что эти конференции, они нацелены и направлены в первую очередь для проведения в этих странах, это не значит, что это не будет интересно и другим странам, и не будет безусловно, это наследие, которое оставил Николай Николаевич Микухе-Маклай, может быть актуально, интересно абсолютно для всего мира. Как мы вот я отметил, что в группах Facebook и на сайте большое количество заинтересованных людей. Нельзя не говорить о том, что если мы будем говорить о России, если мы будем говорить о наследии, то немаловажной задачей является и привлечение наших коллег, зарубежных коллег и студентов для обучения в России. Будет очень хорошо, если они благодаря тому, что узнают о России, будут заинтересованы в том, чтобы получать образование в России, учить русский язык, потому что русский язык действительно велик, и в этой связи мы также уделяем в этом году достаточно немало внимания Александру Сергеевичу Пушкину. У нас подготовлены стихи на английском языке, и вот с этого, с понедельника у нас пойдет цикл фильмов, 6 фильмов по 3 минуты буквально роликов о Николае Николаевиче Микухе-Маклае, кто для меня Микухе-Маклай.
Это будут рассказывать ректора университетов, это будут рассказывать люди, которые имеют достаточно серьезный опыт и вес, и понимание, кто это действительно, кто по-настоящему действительно является Николаем Николаевичем Глухомака. И также мы подготовили совместно с группы и школьников, и студентов стихи на английском языке Александра Сергеевича Пушкина, которые мы будем показывать. Я считаю, что вот благодаря вот этой вот программе, которая у нас будет выпущена не только на конференции, а вот на нашем сайте и на группе Facebook, мы сможем в большей степени привлечь внимание к тому, чтобы люди больше стали интересоваться о России, увидели, насколько мы открыты, насколько у нас действительно добрые намерения. Ведь один из самых главных успехов Николая Николаевича, он заключался в том, что он приходил с добрыми намерениями. И об этих намерениях, куда бы он ни приходил, он всегда рассказывал тем народам, тем лидерам кланов, тем, где он проводил свои экспедиции. И вот я бы тоже хотел, чтобы в нашей конференции знали, что мы хотели бы с добрыми намерениями привлечь действительно больше людей, больше наших коллег зарубежных, для того, чтобы они больше знали о России, знали от нас, наладить диалог, и позволяющий всегда быть на связи. Поэтому этот проект начинается сейчас с Николая Николаевича Глухомаклая и подготавливает в следующем году, безусловно, юбилей, который будем делать много мероприятий Александра Сергеевича Пушкина, а в последующем он будет продолжаться, безусловно, поскольку с другими личностями, привлекая внимание большего и большего количества людей. Вот эта цель, я искренне благодарен, во-первых, Светлане Николаевне за ее огромнейший труд в подготовке этой конференции. Одно только количество спикеров, оно уже поражает. Я с нетерпением жду докладов. И большое вам спасибо за все это участие, за желание действительно присоединиться к этому проекту. Я передаю тогда слово, если позволите, Светлана Николаевна. Мы сейчас можем услышать комментарии о двухсторонних отношениях мы России и Малайзии, именно комментарии востоковеда, историка, специалиста Юго-Восточной Азии, переводчика и вице-президента общества Нусантара, прошу прощения, Погодаева Виктора Александровича. Виктор Александрович, вам слово, пожалуйста. Вообще, я хотел бы сузить эту тему, поскольку была заявлена тема про Глухомаклая, я решил вот этот аспект и взять. Дело в том, что не все знают, что творчеством и деятельностью Глухомаклая занималась также и историк Изаэта Ивановна Гнеушева. Это она была моим учителем. Талантливый исследователь, педагог, она прожила долгую плодотворную жизнь, написала более 70 работ. И особый интерес она уделяла тем русским путешественникам, ученым, которые побывали в районе Юго-Восточной Азии, в районе Малайского архипелага. И особое место в ее вот этой работе занимала как раз судьба Николая Николаевича Глухомаклая. Я вот сейчас хочу показать Елизавету Ивановну, чтобы вы видели, да? Это вот где-то шея, наверное, да? Сейчас, минуточку. Ой, или что тут? Тень волны. Шея, по-моему, да? Да, шея-скрин. Шея-скрин. Вот что-то я нажимаю, не получается. Ну ладно, неважно. Как-нибудь потом. Значит, вот особое место в ее исследовательской работе как раз занимала судьба Глухомаклая, которым она восхищалась как талантливым ученым, путешественником, гуманистом, и знакомство с трудами которого еще в студенческие годы во многом повлияло на ее жизненный путь. Елизавета Ивановна рассказывала, что как-то просматривая собрание сочинений Глухомаклая, изданное Академией наук в 50-54 годах, она обратила внимание на то, что там приведено сравнительно немного документов, извлеченных из архива внешней политики России.
А ведь ей было известно, что ученые, ходатайствуя о судьбе обитателей Новой Гвинеи путем установления протектората России над берегом Маклая, писал письма в Министерство иностранных дел, министру и самому царю. Все это должно было осесть в архивах соответствующих канцелярий и министерств. И вот она в архиве внешней политики России. Описывая позднее это свое посещение архива в своей статье «Дело Миклуха Маклая», она отмечает, что работник архива был удивлен ее запросом и даже сказал о возможности отказа. Письма путешественника, существуют ли они и где они могут быть? Но все-таки требование было принято, и вскоре перед Елизаветой Ивановной появилась объемная папка с тщательно выведенной надписью по старому правописанию «Дело Миклуха Маклая». Это и письма ученого министра иностранных дел Гирсу, и царю, и влиятельным лицам из окружения царя. Тут же докладные записки Гирса от президента Русского географического общества, вырезки из газеты, полностью газета на русском и английском языках, где печатались статьи и заметки как самого Николая Николаевича, так и о нем. Переписка Министерства иностранных дел с военным министерством по вопросу, поднятому Миклухом Маклаем, ответы немецкого посольства в Петербурге на запросы Министерства иностранных дел России, протокол особого комитета, высочайшего утвержденного для рассмотрения предложения Миклуха Маклая, доклады царю, письма частных лиц Гирсу, визитные карточки путешественника с его беглыми, но важными для него заметками. Все документы Миклуха Маклая из его дела посвящены одной единственной цели – защитить обитателей Новой Гвинеи от европейских колонизаторов. Как отмечают Гневушева, пример тасманийцев и аборигенов Австралии убеждал русского ученого в гибельности для коренного населения Новой Гвинеи той цивилизации, которую несли им колонизаторы из Европы. Читая статью Елизаветы Ивановны, основанную на архивных данных, и видишь, как настойчиво и целеустремленно пытается Миклуха Маклай убедить власти вмешаться и предотвратить от папуасов пагубное для них влияние английской колонизации. И соглашаешься с ней в том, что наверняка некоторые черты своего характера, силу воли, настойчивость, а также блестящие способности к наукам знаменитый путешественник унаследовал от своего отца Николая Ильича Миклуха Маклая. По окончании Нежинского лицея он, отец, не имея средств, пешком добрался из своего родного города Стародуба до столицы, продолжил образование по совсем новой в России специальности инженера путей сообщений, участвовал в строительстве одной из самых первых в России железных дорог, соединявшей Петербург с Москвой, был первым начальником Московского вокзала, столицы. Настойчивость ученого, его увлеченность идеей была такова, что даже Александр III в конце концов дрогнул и уступил, начертав на очередном прошении синим карандашом. Его просьба скромна, и мне кажется, следует поддержать его. Обстоятельства, однако, как известно, были против Миклуха Маклая. Вступать в конфликт с другими державами по поводу далекой Новой Гвинеи русское правительство не было расположено. Не поддержал ученого особый комитет, который должен был решить вопрос о возможности создания русских поселений на Тихом океане. Все перипетии этого дела четко просматриваются в документах, которые обильно цитирует Гневушева в своей статье. Здесь же выдержки из письма Гирса Миклуха Маклая от 18 декабря 1886 года, содержащие обоснование отказа на предложение русского ученого создать поселение на Тихоокеанских островах. Но это не все. Елизавета Ивановна обращает наше внимание еще на один архивный документ. Письмо крестьянина из села Кенделин Кунгурского уезда Пермской губернии Новоселова, который изъявил желание быть в числе первых пионеров страны и переселиться на берег Маклая. Он писал, что вместе с ним готовы поехать на Новую Гвинею его родственники и соседи, интересовался докладами и сообщениями Миклуха Маклая об острове, тем, как можно войти в личные отношения с ним. Елизавета Ивановна сочувствует русскому ученому, указывает, что дело Миклуха Маклая волнует нас, его потомков. Но больше всего ее трогает чистота и благородство помыслов нашего великого соотечественника. Разве можно не согласиться с тем, что она пишет в конце статьи? Его ошибки понятны, его наивность не вызывает улыбки, его резкость извинительна. То чувство признательности и восхищения, которое возникает при первом знакомстве с Миклухом Маклаем еще в годы детства при чтении книг о его путешествиях, не исчезает.
Напротив, это чувство укрепляется по мере знакомства с ним самим, его дневниками, трудами, письмами. Его имя стало синонимом человечности, преданности высокой идее помощи слабому и подлинно героического служения этой идее. Еще раз с Миклой Хамаклаем мы встречаемся в статье Елизаветы Ивановны Гневушевой, специально написанной для сборника «Встречи с Малайзией», который вышел в Куала-Лумпуре в 1974 году на английском языке. В нем описывается путешествие русского ученого по Малакскому полуострову, подчеркивается его вклад в наше познание о людях, его населяющих, и в то же время о добром отношении к путешественнику со стороны местного населения. Помощь ему оказывалась повсеместно, а султан Джохора Абубакар, проникнувшись важностью научной миссии Миклу Хамаклая, даже снабдил его рекомендательными письмами и помог организовать поездки в самые удаленные уголки полуострова. Результат экспедиции, отмечает Гневушева, превзошел все ожидания. Ученый смог собрать богатый антропологический и этнографический материал и записал несколько диалектов вымирающих племен. И вновь она обращает внимание на высокие моральные принципы, которых придерживался Миклу Хамаклай, на его стремление защитить от посягательств колонизаторов местных аборигенов, отстоять их право на независимость. Как мы сегодня слышали, он даже сжег дневники своего второго путешествия, чтобы защитить местных аборигенов. Конечно, творческое наследие Гневушевой, посвященное Миклу Хамаклаю, может показаться скромным. Ведь о нем столько написано, но кто знает, может быть, занявшись изучением его жизни и написав на основе архивов статьи, она тем самым спасла от забвения некоторые уникальные архивные материалы. Как-то побывав в очередной раз в архиве для уточнения необходимых деталей, она в ужасе поделилась со мной. Подумать только, нужного документа на месте не оказалось, он просто исчез. И, возможно, теперь единственный его след – это в статьях Елизаветы Ивановны Гневушевой. Не следует упускать из виду и того обстоятельства, что Елизавета Ивановна одной из первых занялась исследованием хранящегося в архиве внешней политики России дела Миклу Хамаклая. И таким образом помогла увидеть в нем не только талантливого ученого и неугомонного путешественника, но и подлинного гуманиста, который, говоря словами де Сент-Экзюпери, считал себя навсегда в ответе за всех, кого приручил. Спасибо. Я сейчас все-таки попробую показать Елизавету Ивановну, почему-то у меня, я не знаю, почему-то не может делиться с вами фотографией. Виктор Александрович, спасибо огромное за интересный доклад. Я хотела бы также от имени Центра, Российского центра науки и культуры, дополнить и обозначить нашу роль в предстоящем праздновании 175-летия со дня рождения Николая Николаевича Миклу Хамаклая. 4 ноября, в День народного единства, состоялась моя первая встреча с нашими соотечественниками. Сегодня многие приглашены на эту встречу. Было озвучено наше перспективное желание, наш план открыть учебно-методический центр русского языка в Российском центре науки и культуры. И сегодня я хотела бы, чтобы мы в рамках этой онлайн-конференции, чтобы вы засвидетельствовали, что я нахожусь уже в новом интерьере, мое обещание выполнено, и переходя к той дате, которую мы ждем и к которой мы готовимся в следующем году, я хотела бы отметить, что самый главный наш принцип, я попыталась это объяснить и 4 ноября, сегодня я повторю для новых участников, что главный принцип работы представительства Россотрудничества в Малайзии – быть понятными, быть искренними и выполнять те обещания, которые мы даем. Так вот, я хотела бы отметить, что сегодняшняя конференция – это наш честный подход к празднованию юбилея Николая Николаевича Миклу Хамаклая. Мы готовимся загодя. Мы хотели бы выслушать мнение каждого. Как мы сегодня даже уже успели увидеть по докладу Виктора Александровича, каждый из нас владеет информацией удивительной. Мы могли бы друг друга обогатить. Ну, а я со своей стороны хотела бы сказать, что у нас будет с сегодняшнего дня создаваться центр, специальный центр, посвященный Николаю Николаевичу Миклу Хамаклаю, именно здесь, в этом помещении. И я думаю, что это будет такая своеобразная штаб-квартира в нашем центре. И в следующем году все наработки, наше обсуждение, может быть, будут изданы печатные издания, электронные издания, чтобы это все нам помогло провести юбилей на самом высоком уровне. Я жду каждого из вас в стенах нашего центра. Я готова помочь в реализации любой доброй, полезной инициативы. Спасибо большое.
Светлана Николаевна, огромное вам спасибо. И большое спасибо, Виктор Александрович, за такой действительно развернутый, интересный доклад. Я много что для себя подчеркнул. И хотел бы поделиться два слова буквально о том, что действительно наследие, к сожалению, нельзя полагаться на то, что что-то может сохраниться. К сожалению, вот мы обратили внимание на то, что шеститомное издание 50-го года, к которому обращалась Елизавета Ивановна, было переиздано, точнее, не к сожалению, а к счастью. И в 90-х годах, в течение нескольких лет, оно переиздавалось, уже дополняя ряд материалов, документов. Это издание, оно было выпущено в период очень трудный, в 90-е годы. И на той бумаге, которая практически через несколько, может быть, десятков лет просто истлеет. Газетная бумага, которая содержит огромное количество рисунков. Некоторое время назад мы пообщались с Данилом Давыдовичем Тумаркиным, год назад, к сожалению, он покинул нас. И он был ответственным редактором, и его была мечта и просьба в то, чтобы можно было сохранить это наследие в виде того, чтобы это можно было сделать репринтным изданием. Я занялся этой задачей, и, к сожалению, выяснилось, что это невозможно. Потому что репринтное издание не позволяет действительно четко передать всего того, все то, что есть. Началась работа очень серьезная по восстановлению всего этого дела, включая некоторые исправления ошибки, которые существуют при любом издании. Мы это все понимаем. И вот сейчас вот как раз я должен поделиться, у нас к концу этого года при поддержке Российского фонда культуры, я надеюсь, мы выпустим второе издание шеститомного собрания сочинений, которое будет доступно и в электронном виде, и в печатном виде, и на той бумаге, которая сохранится для следующих поколений. И второй том посвящен практически малацким дневникам Микуха Маклая, одним из самых крупнейших и больших, огромнейшему количеству рисунков, которые там есть. И это очень богатый, огромнейший материал для того, чтобы рассказывать на территории Малайзии о том наследии, которое Микуха Маклай сохранил, и в том числе и для истории этой страны, потому что, безусловно, те записи дневниковые и то наследие, которое он оставил, оно, безусловно, относится и к Малайзии в первую очередь. Я хотел передать сейчас слово нашему спикеру, который расскажет о путешествиях как раз. Это молодой исследователь и ученый, член молодежного совета, который побывал уже и в научных экспедициях в Папуа-Новой Гвинеи. Артем Гарин, прошу. Благодарю за предоставленное слово, глубоко уважаемые организаторы, спикеры, участники конференции. И действительно, контакты России и Малайзии начались еще задолго до второй половины 20 века, когда между нашими странами были установлены дипломатические отношения. Еще в 1974 и 1975 годах на полуострове Малакка около полугода проводил свои исследования выдающийся путешественник, российский ученый, гуманист Николай Николаевич Миклуха Маклай, который всю жизнь следовал гуманистическим принципам уважения к культуре и традициям народов мира, а также боролся за права жителей Юго-Восточной Азии и Океании. Безусловно, сама история путешествия Миклуха Маклая начинается в 1974 году XIX века, когда он прибыл в султанат Джохор. И вскоре после прибытия туда русского ученого довольно радушно принял английский губернатор. Но в то же делал он это не без умысла. И дело в том, что для него Миклуха Маклай был не просто ученым-гуманистом, путешественником всемирно известным, а человеком, который бы отправился во внутренние районы Малакки и собрал бы полезную информацию для дальнейшего расширения колонии. Впоследствии, к счастью, Николай Николаевич Миклуха Маклай разгадал эти планы и сберег информацию, которую он собрал о малайском населении. Ну и примечательно также, что на момент экспедиции Миклуха Маклая во многих местностях нынешней Малайзии тогда, на тот момент, не побывал еще ни один европеец. Естественно, поэтому у губернатора и его подчиненных абсолютно не было сведений даже о рельефе, реках, составе населения или, например, отношениях между коренными жителями. В те времена, естественно, тоже, как уже упоминалось, была и примечательная фигура правителя султаната Джохора Абубакара. Он пригласил Миклуха Маклая поселиться в своем дворце в городе Джохор-Бару, где ученый продолжил подготовку к экспедиции к своей знаменитой в джунгли Малакки, а Миклуха Маклай, естественно, принял также это приглашение.
И вот все же в декабре 1974 года настало вот это время воплотить экспедиционные планы в жизнь. И перед экспедицией по полуострову Малакка султан Джохора снабдил Миклуха Маклая охранной грамотой, написанной, в которой джохорским чиновникам предписывалось помогать Миклуха Маклаю. И эта грамота как раз-таки гласила, что Миклуха Маклай желает осмотреть леса, видеть и рисовать населяющих их людей. И вот 15 декабря Николай Николаевич Миклуха Маклай отправился в свою первую экспедицию по территории сегодняшней Малайзии. И в ходе этой экспедиции он внимательно изучал образ жизни, нравы, обычаи малайцев. Но все же основное внимание он уделял поиску и изучению так называемых оранг-утанов. Это по-малайски лесные люди, которые, как он полагал, могли бы быть родственны новогвинейцам и в целом относиться к меланезийцам. Если Миклуха Маклай, например, встречал поселение лесных людей, он, естественно, устраивал там привал на несколько дней, погружаясь в изучение их культуры и быта. И также важно отметить, что с большой тщательностью ученый составлял словари основных слов из местных диалектов, и более того, во время пребывания на Малакке он даже основательно изучил малайский язык. Все же сделанные в ходе этой экспедиции дневниковые записи, равно как и рисунки Николая Николаевича Миклуха Маклая, по сей день представляют огромный научный интерес, но и также не только на огромный научный, но и художественный интерес. И всего спустя целых два месяца, в январе-феврале 1975 года, Миклуха Маклай вернулся в город Джохор-Бару, и как раз-таки после вот этой первой его экспедиции в джунгли Малакки, где еще не ступала нога европейца, в местных газетах появилось интервью с Миклухой Маклаем и его захватывающем путешествии, а также известие вообще о его возвращении из этих джунглей, из этой экспедиции, абсолютно разнеслись по всему миру. Ну и позднее, из-за обострившихся проблем со здоровьем, так как Николай Николаевич Миклуха Маклай посвятил своим экспедициям более 16 лет, естественно, это могло сказаться отчасти негативно на его здоровье, и ему на время пришлось отложить на несколько месяцев вторую свою экспедицию в джунгли Малакки, но он все равно не терял времени, это было вообще для него не характерно, и он поэтому постоянно приводил в порядок, систематизировал, вносил дополнительные записи в материалы своего предыдущего путешествия и постоянно продолжал работу над рукописью о Новой Гвинее, которая впоследствии также обрела мировую известность. Ну и именно в ходе своего путешествия по территории нынешней Малайзии русский ученый решил основать также и биологическую станцию в южной части Малакки и осуществить на практике свою давнюю идею. Но в чем же заключалась эта идея? Она предусматривала собой сеть биологических станций по всему миру в различных уголках земного шара, где ученые со всего мира могли бы останавливаться и проводить свои исследования. Миклуха Маклай присмотрел от города Джохор-Бару недалеко небольшой мысок в Джохорском проливе и попросил Абубакара продать этот участок. Ну, тот с восточной учтивостью ему отказывать не стал, но в то же время никаких официальных бумаг составлено не было. Ну и воспользовавшись вынужденной вот этой отсрочкой от новой экспедиции, путешественник даже подготовил и правила пользования биологической станции, начертил эскиз ее здания и даже дал с этой станции название Тампан-Синанг, то есть по-малайски это место покоя. Спустя два месяца Абубакар известил путешественника, что, к сожалению, не может продать ему этот участок, а может сдать в аренду, но для долгосрочных целей исследования Миклуха Маклая это, к сожалению, не подходило. Но впоследствии открытие биологической станции было для него одним из важных дел в его жизни, и впоследствии он открыл ее в австралийском заливе Уотсонс-Бэй в 1881 году близ Сиднея. Станция в Сиднее как раз-таки показана на данном слайде. Ну и стоит отметить, что свое второе путешествие по Малакке Миклуха Маклай начал 15 июня 1875 года в довольно сложной обстановке. Тогда недовольные высокими налогами местные жители в султанатах, например, Пирак, Селангор, Нигерии, Симбилан, выступали против колониальных властей, а доброжелатели предупреждали Миклуха Маклая, что его могут ждать большие опасности, так как европейцам тогда была довольно сильная неприязнь на полуострове. И Миклуха Маклай, как тогда ему говорили, мог даже поплатиться жизнью, если его примут за английского шпиона. Но все-таки ученый, опять же, для него не был характерен страх.
он, его двигала наука, поэтому он все равно отправился в свою вторую экспедицию. Как и во всех своих экспедициях, Миклухо Маклай с большим уважением относился к местным жителям, поэтому всегда прибегал к следующей тактике. Приближаясь к деревне, он заранее предупреждал о своем появлении и старался показать свои мирные намерения. Например, на Новой Гвинее он это делал, когда, посвистывая, подходя в деревне, на Малаке он это делал, когда и посылал определенных своих помощников, чтобы они уже на малайском языке объяснили, зачем идет Николай Николаевич Миклухо Маклай. Ну и русский ученый-гуманист, естественно, также использовал свои познания в медицине и постоянно лечил местных жителей на полуострове Малак. Во время своей второй экспедиции, в общем и целом, Николай Николаевич Миклухо Маклай побывал в султанатах Паханг, Килаутан, Тринган, Кидах и многих других. И, например, в городе Кота-Бару, известном своими искусством своих ремесленников, завизовал даже султанский дворец, построенный в классическом малайском стиле. Его также можно видеть на данном слайде. Ну и также путевые дневники, рисунки, тщательно составленные Миклухо Маклаем словарики ключевых слов из местных диалектов малайцев являются большим вкладом в этнографическое изучение этого региона. И в то же время, вернувшись после второй экспедиции, Миклухо Маклай узнал, что в Пираке, а затем вообще в других султанатах начались восстания, а местные власти их подавили. А Миклухо Маклай переживал, что такое может случиться и на Новой Гвинее. И, естественно, в случае появления там европейцев. И будучи уверенным, что колониальные власти будут использовать те знания, те труды, которые он накопил во время своих путешествий не в мирных целях, он не стал ни публиковать, никому не передавать собранные материалы и просто отплыл в Индонезию от этого всего подальше, чтобы действительно те ценные материалы не достались колонизаторам. Если мы все-таки перенесемся в современные дни, в современность, то без труда отметим факт, что Николай Николаевич побывал в целых 6 султанатах современной Малайзии, поддерживал довольно дружественные отношения с султаном Абубакаром. И в целом путешествие Николая Николаевича Миклухо Маклая по полуострову Малака еще раз подтверждает, что он в любом уголке мира следовал своим гуманистическим идеям о равенстве всех людей на планете, выступал против колонизации и был настоящим другом для коренного населения, который, всегда важно отметить, приходил с миром. И все же вот действительно за свой вклад в мировую, отечественную науку российскую, а также гуманистические идеи, которые на столетия опередили свое время, за это в 1996 году Николай Николаевич Миклухо Маклай был признан ЮНЕСКО гражданином мира. И, к огромному счастью, сейчас традиция изучения деятельности Николая Николаевича Миклухо Маклая возрождается, и в частности на этой конференции, поэтому я бы хотел передать слово другим спикерам и поблагодарить всех за внимание. Артем, большое спасибо. Действительно емко и понятно, и очень интересно. Некоторые моменты я просто добавлю. По поводу биологической станции мы не должны забывать, что Миклухо Маклай на Конгрессе естествовоспитателей дал инициативу открытия биологической станции в Севастополе. И вот в Севастополе биологическая станция именно на Черном море была открыта по инициативе благодаря Миклухо Маклаю, там как раз стоит памятник. И вторая уже, это была в Австралии. Он вообще хотел действительно вот ту сеть, которую вы как раз, о которой вы сказали. Я вам должен сказать интересный еще факт по поводу того, что он предупреждал всех, когда шел в деревню. Дело в том, что мы проводили исследование последний раз на Новой Гвинее, и у меня было интервью с потомком того первого папуаса, с которым встречался Николай Николаевич Миклухо Маклай, его зовут Асель Туй. Подготовленный фильм «Асель Туй. Потомок Туя» выйдет 2 декабря в сети «Контакт» как премьера, а в начале января по телеканалам РФ. Так вот, суть заключается в том, что я взял у него интервью и узнал следующий факт интересный. Когда я спрашиваю, ну вот вы скажите, пожалуйста, какие-то факты интересные. Он говорит, вы знаете, интереснейший факт. Миклухо Маклай, когда шел в деревню, он постоянно издавал звуки для того, чтобы мы готовили для него поесть. То есть он, когда хотел есть, всегда издавал звуки различные перед тем, как зайти в деревню. То есть Миклухо Маклай думал, что он предупреждает, чтобы их не напугать, а наши друзья-папуасы, папа у новогвинейца, да, на данный момент, думали, что им надо готовиться к тому, чтобы чем-то угощать Николая Николаевича Миклухо Маклая. Вот такой интересный факт. Две стороны
одной медали, и вот в этом фильме как раз будет та сторона, когда мы узнаем, что же думают местные жители Николая Николаевича. Это интересный факт, и о том, как они хранят память в России, тоже немаловажно. Я вам должен сказать, что некоторое время назад, на 170-летие Николая Маклая, в Русском географическом обществе именно Малахский дневник являлся центром притяжения всего внимания и стоял в центре, потому что огромное количество трудов и работ действительно было сохранено благодаря Николаю Николаевичу Николаю Маклаю. Об этом вы упомянули, и большое вам за это спасибо. Сейчас мы переходим уже, вы помните, что у нас конференция не только о Николае Николаевиче Николаю Маклаю, у нас есть Александр Сергеевич Пушкин, русский язык, у нас есть люди, которые хотят учиться в России, возможно, благодаря этому. И мы будем рады об этом, безусловно, говорить. В первую очередь, сейчас мне приятно представить доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ефремова Валерия Анатольевича. Тема «Русский язык в интернете». Да, добрый день, уважаемые коллеги. Продолжая тему предыдущего докладчика, можно вернуться в современность и, я бы даже сказал, в глобальную деревню, если пользоваться метафорой Маклюна. И тема моего короткого спича будет связана с, собственно, ситуацией, с положением русского языка в интернете. Почему это важно? Потому что, думаю, многие из вас слышали о том, что русский язык находится едва ли не в предсмертном состоянии, он портится, погибает, у него масса болезней, начиная от заимствования и заканчивая вульгаризацией. Но мы с вами возьмем очень конкретный сюжет, так как времени не слишком много, состояние русского языка в том виде, в каком он существует в интернете. Ну и я начну с едва ли не классика. Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом Российской Федерации и, как мы знаем, действительно активным пользователем интернета, в свое время очень правильно, при том, что он совсем не филолог, как мы знаем, а юрист, но очень правильно сформулировал мысль о том, что в современном ситуации Рунет, собственно, русскоязычная часть интернета, это живая языковая среда, и чем шире она развивается, тем шире развиваются возможности применения русского языка. Если говорить о статистических данных, самый свежий, да, Всемирный банк не очень тороплив, самые свежие данные относятся к 2018 году, и здесь, в России, чтобы мы понимали масштабы ситуации, 82% населения страны, включая младенцев и глубоких стариков, имеют постоянный выход в интернет. 82%. Следовательно, понятно, что огромную часть своей жизни мы проводим в интернете, и это нельзя не учитывать, когда мы говорим о том, как меняется наш язык, как меняются наши принципы коммуникации, но мы сегодня не об этом. Есть еще одна очень важная статистическая таблица, и, собственно, если вас когда-нибудь заинтересуют вопросы лингвистической экологии, вопросы того, как по-разному представлены, как по-разному существуют те или иные языки, то можно порекомендовать вот эту вот базирующуюся в Америке международную компанию «Ethnologue», у которой достаточно подробный и интересный сайт. И вот по данным этой наиболее авторитетной организации, русский язык находится на почетном 8-м месте, так называемые «language giants», то есть языки-гиганты. И, как мы понимаем, в ближайшее время нам ничего не грозит с точки зрения вот этой вот смерти, о которой так часто можно слышать в не очень компетентных источниках. При этом ситуация в интернете, собственно говоря, тема доклада еще более интересная. Немецкая компания WTXLogo ежемесячно мониторит состояние интернета в целом, причем по разным параметрам, начиная от наиболее популярных доменов или мессенджеров и заканчивая в том числе и наиболее популярными языками. Так вот, с 2007 года русский язык по объемом контента занимает почетное 2-е место. Понятно, что у нас есть английский современный lingua franca, который трудно какому-нибудь языку достичь. У него, кстати, пропорции постоянно опускаются. Но вот, если мы говорим о ситуации на ноябрь 2020 года, то контент на русском языке составляет почти 9% от всемирного контента. Да? И ближайший наш конкурент, это испанский язык, занимает только 4%. Так что в этом смысле ситуация того, как использовать русский язык в интернете, весьма и весьма
Хорошо. При этом, я уже упомянул, да, существуют, собственно, лингвоэкологические проблемы, и они тоже очень хорошо отражены в интернете, который, как зеркало, да, позволяет нам посмотреть на языковую ситуацию в мире вообще. Никто никогда вам не скажет, сколько на самом деле существует языков. Вот когда я учился много лет назад на филфаке, нам говорили, что их около 6. Сейчас, если говорить о более-менее принятой западной статистике, их точно больше 7000. Это вопрос, связанный с разграничением, допустим, языков и диалектов. Да, вот в той таблице, которую мы видели, этнолог, китайский язык дается как один язык, но все, кто изучал китайский, знают, что это неправда, что как минимум существует 2 базовых диалекта. А на путунхуа мы, конечно, можем говорить, да, что говорит большинство населения Китая, но это будет очень все-таки весьма-весьма утрировано. Итак, то есть у нас как минимум 7000 языков, из них 1500 языков, которые находятся на грани исчезновения, 915, по всей видимости, исчезнут в ближайшее время, и это довольно-таки известная статистика Организации Объединенных Наций, которые говорят, что в мире каждый месяц исчезают 1-2 языка. И, кстати, вот эта вот тенденция исчезновения, скорость исчезновения больше, чем у биологических видов. И если биологические виды мы еще время от времени можем открывать, то языки уже, скорее всего, все, которые существуют, перечислены. И вот, собственно, есть вот эта вот лингвоэкологическая проблема. Но если мы говорим об интернете, то здесь все еще более печально. По данным Организации Объединенных Наций, мы можем в интернете использовать не более полутысячи языков. Что это означает? Да, что для них существуют кодировки, что их можно использовать вот этого гибридно-печатно-устной форме. Причем Google поддерживает только 348 языков, Facebook 80, Twitter 28. То есть, условно говоря, если вы не носитель одного из 28 языков, то на родном языке вы не сможете общаться полноценно в одном из популярных мессенджеров. И вот, собственно, еще одна важная статистика – это то, что касается Википедии. Это особенно важно, когда мы работаем с молодежью, потому что существует вот эта вот американская классификация поколений, и поколение Z еще называют поколением Вики. Понятно, что огромное количество информации современный человек получает именно из этого источника. Мы сейчас опустим все плюсы и минусы этого ресурса. Вопрос в том, что мы традиционно входим, опять же, в первую десятку, и, собственно, можно увидеть, да, что русский язык на 7-м месте, и это уже несколько лет. То есть в этом смысле Википедия, как вот просто частный случай, позволяет нам увидеть тот самый русский язык как язык межнационального общения. То есть понятно, что русскоязычная Википедия пользуется не только жители России, но и жители постсоветского пространства, и те люди, которые изучают русский язык за пределами, и жители диаспоры, ну и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле русский язык, конечно, выполняет важную функцию обеспечения, в том числе и научной или околонаучной коммуникации. Более того, напомню, что в рамках Википедии существует такое понятие, как вики-словарь. И не каждый язык имеет право завести, извините за такой сленг, свой вики-словарь. В этом смысле русский язык обладает одним из лучших словарей, уже собственно словарей, как то, что описывает русский язык. И да, вот с 2008 года русский словарь занимает почетное первое место, причем, вот если посмотреть на цитату, не всегда количество статей характеризует богатство словаря. Дело в том, что в русском Вики-словаре огромное количество иллюстративного материала. Сейчас покажу, что, безусловно, облегчает изучение русского языка. В нем много той информации, которая просто вот не очень хорошо статистически укладывается в данные о количестве статей. Ну и вот, собственно, пример страницы. И если вы как-то связаны с преподаванием или изучением русского языка, то понимаете, что это просто вот мечта любого преподавателя или, наоборот, ученика, потому что здесь, как мы видим, я взял просто вот слово «карикатура», здесь есть картинка, здесь есть полная парадигма слова с ударением, что очень важно, да, для иностранцев, потому что мы помним, что ударение в русском языке подвижно, свободно и не фиксировано. Здесь есть описание значений, здесь мы можем послушать, как звучит то или иное слово, синонимы, происхождение и так далее и тому подобное. Действительно, очень-очень хорошее подспорье.
На всякий случай напомню, что поколение Вики — это еще и поколение мемов, да, и в этом смысле до последнего времени было крайне сложно отслеживать то, чем, над чем шутит молодежь, как она это делает. Ну вот, с 2016 года у нас появился ресурс Мемипедия. Если вы захотите узнать, что наиболее актуально в Рунете, как шутки, чем развлекается пользователи русскоязычные, то добро пожаловать на Мемипедию. Она очень хорошо и качественно сделана. Напомню, да, что есть такие пораженческие настроения, которые говорят, что мы живем в эпоху Древнего Египта, потому что все пишем на стенах и молимся котикам. Да? Я не думаю, что это наше ближайшее будущее, но, как говорят итальянцы, non vero ben trovato. Ну и на всякий случай, видимо, список литературы когда-нибудь будет выглядеть вот таким вот образом. Это тот минимум-миниморум, который можно посоветовать людям, которые хотят погрузиться в проблему уже несколько иную. А как русский язык трансформируется в интернете, как он там существует. Но это, как говорили в старом кинематографе, совсем другая история. Вот, собственно, Гершвинский университет, который я представляю. Напомню, что он один из старейших университетов России. Ну и спасибо огромное за внимание, и я ровно уложился в 10 минут. Спасибо. Огромное спасибо за выступление. Очень емко, четко и не настолько интересно, действительно, столько фактов, которые, например, были впервые для меня. И я думаю, что для многих участников конференции рассказаны и поданы. Я хотел бы представить следующего спикера. Доклад кандидата педагогических наук, преподавателя русского языка как иностранного в университете Куала-Лумпур Кытиной Виктории Викторовны на тему «Русский язык в Малайзии. История и современное состояние». Так, и не слышно, Виктория. Мьют, да, сейчас, секундочку. Пожалуйста, предоставьте возможность поделиться экраном. Благодарю. Так, да, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы, слушатели. Сегодня я хочу вас поблагодарить за предоставленную возможность мне участвовать в конференции. Это достаточно символично, потому что я являюсь выпускницей Российского университета дружбы народов в Москве, который располагается на улице Миклуха-Маклая. И достаточно тяжело уложить такой длительный временной промежуток в 10 минут, но я постараюсь быть краткой и рассказать вам об истории русского языка в Малайзии и о его современном состоянии. История русского языка в Малайзии началась в 1960-е годы прошлого столетия. Начал развивать изучение русского языка профессор Квеслер, это англичанин с русскими корнями, который преподавал в университете Малая, UM. Дальше его работу продолжил индонезиец, который получил образование в СССР, и после этого русский язык стали преподавать уже преподаватели из МГУ, которые владеют русским языком. И с 2001 года в университете UM русский язык преподавал Виктор Александрович Погодаев, которого мы сегодня уже слышали, который нам замечательную лекцию прочитал. Виктор Александрович внес огромный вклад в развитие культурных отношений между Малайзией и Россией. Он является не только автором огромного количества научных публикаций, замечательного русского малайзийского словаря, также Виктор Александрович перевел огромное количество произведений русских классиков на малайский язык, и малайзийцы сейчас имеют уникальную возможность познакомиться с произведениями русских классиков.
Также малазийских авторов Виктор Александрович тоже переводил на русский язык. Но с 2015 года преемником Виктора Александровича стала также выпускница МГУ Лариса Никитина, которая сейчас работает на кафедре иностранных языков в университете ЮМ, преподает русский язык и ведет научную деятельность. Далее хотелось бы рассказать об уникальной программе, которая является на данный момент единственной в своем роде. Это подготовительный факультет, российского вуза вне России, за пределами России. С 2005 года подготовительный факультет Московского авиационного института функционирует на базе университета UNIQL, и программа рассчитана на малазийских студентов, которые планируют получать образование в России по техническим и инженерным специальностям. Ежегодно в программе принимают участие от 25 до 60 студентов. Дисциплины, которые преподаются, это русский язык, физика, информатика, математика и черчение. Со второго семестра данные дисциплины читаются на русском языке. Программа по русскому языку рассчитана на 3 триместра, и общее число учебных часов составляет 750, из которых в первом семестре учащиеся прослушивают 306 часов, это 18 часов в неделю, второй семестр — это 274 часа учебных, 16 часов в неделю, и третий триместр — это 170 учебных часов, 10 часов в неделю. Что касается учебных материалов, которые мы используем в своей практике, это базовые учебники по русскому языку как иностранному, учебник Серафимы Алексеевны Хаврониной. Вот. Но, кроме того, специалистами и преподавателями подготовительного факультета под руководством Родины Татьяны Львовны, которая сегодня тоже присутствует на конференции и с первого года является преподавателем на подготовительном факультете, были разработаны учебники, которые включают в себя лингвокультурологический компонент в помощь студентам. Были разработаны учебники для развития навыков говорения, письма, чтения. Кроме того, в прошлом году мы совместно с Татьяной Львовной разработали учебное пособие, которое называется «Тест СДАМ». Оно было направлено на подготовку наших студентов к сдаче экзамена ТРКИ на уровень B1. С этого года, к сожалению, мы вынуждены преподавать онлайн, и учебные материалы, которые мы использовали в прошлом, сейчас неприменимы. И в связи с этим сейчас ведется разработка, подготовка и апробация учебно-методического комплекса в режиме онлайн. Также хочется отметить огромный вклад Российского центра науки и культуры для развития и распространения русского языка во всем мире. Но что касается Российского центра науки и культуры в Малайзии, с 1967 по 1990 год это было практически единственным местом, где преподавался русский язык. С 2000-х годов
прошлого столетия можно было наблюдать увеличение интереса к изучению русскому языку, что связано с укреплением экономических отношений, закупкой российских самолетов. Было обучено русскому языку более 150 инженеров технического профиля на базе Российского центра науки и культуры. Также 2007 год стал поистине значимым в истории русско-малайских отношений, потому что этот год был годом русского языка в Малайзии. Также в 2007 году впервые полетел в космос первый российский космонавт, не без помощи российской стороны. Кроме того, этот год совпал с 50-летием независимости Малайзии. Также хочется отметить, что наши студенты принимают участие во всех мероприятиях, которые проводят с 2005 года, которые проводятся в Российском центре науки и культуры вместе с российскими соотечественниками. Они готовят программы к основным российским праздникам, таким как День космонавтики, Новый год, Масленица. Также в прошлом году было у нас интересное мероприятие, мы проводили проводили фестиваль «Республик России», да, и каждый из студентов готовил доклад об одной из республик и делился полученными знаниями. Кроме того, мы пытаемся привить нашим студентам любовь к России и также рассказывать им об основных ключевых исторических событиях. В прошлом году уже в условиях пандемии у нас проходило празднование 9 мая, которое, да, мы проводили 75-летие празднования 9 мая. Если у меня есть еще минутка, могу показать вам видео, как наши студенты исполняют песню «Катюша», каждый из своего штата, будучи закрытыми, каждый в своем штате, но, тем не менее, мы их объединили вот в одном таком небольшом проекте. Если позволите, буквально на одну минуточку я могу включить вам это видео. Светлана, да, конечно, да. Катюша, это святое. Да, пожалуйста. Очень у нас вот так получилось. Такое вот видео интересное. Сейчас будет. Ну, в общем, таким вот образом мы отмечали празднование 9 мая в прошлом году, к сожалению, да, все будучи разрозненными, но нас объединил этот праздник. Кроме того, хотелось бы вам рассказать о организации российских русскоговорящих соотечественников МОРС в Малайзии,
которые тоже проводят очень интересные мероприятия по развитию русского языка. Сейчас, к сожалению, все это в онлайн-формате, но самые, я бы хотела обозначить, да, самые такие яркие мероприятия. Одно из них называется «Пушкин в карантине». Это когда в течение 8 часов соотечественники из Малайзии читали произведения русского классика, который 100 лет назад также оказался в карантине в Болдино. Это «Наследие болдинской осени». Этот эфир транслировался на Ютубе, подключалось огромное количество народу, огромное количество людей, и это мероприятие имело достаточно такое широкое распространение в социальных сетях. Кроме того, участники организации российских соотечественников были соорганизаторами конкурса «Живая классика». Преподаватели готовили детей к участию в этом конкурсе, и трое наших молодых соотечественников получили возможность поехать в Россию в лагерь «Артек». Кроме того, уже около 6 месяцев функционирует проект «Читаем сказки на ночь», который тоже проводится под эгидой ассоциации МОРС в Малайзии. Каждый вечер в течение 3 месяцев, а сейчас уже только на выходных, ученые, преподаватели, родители и сами дети каждый вечер читают сказки народов мира, что помогает укрепить наш дружественный дух в такое непростое для всех нас время пандемии. Ну, спасибо большое. Да, спасибо большое, Виктория Викторовна. Да, благодарю вас еще раз за участие. Спасибо огромное. Виктория Викторовна, скажите, пожалуйста, можем ли мы поделиться вашими видео на нашей страничке в социальных сетях, потому что вот в связи с этими репостами, я думаю, что это очень хорошее сделает самый главный шаг, люди увидят, насколько просто интересно учить русский язык. Если вы скажете, как это возможно, то вот в рамках этого проекта, как если вы не будете конкретно против, чтобы мы распространяли русский язык по всему. На самом деле у меня огромная библиотека разнообразных видео, потому что мы очень часто проводим проекты. Например, вот фотография с последнего слайда, это было мероприятие, мы отмечали День мира не так давно, когда мы еще не были на карантине, это был какой-то такой переходный период, наши студенты стали, ну, во-первых... Виктория Викторовна, я извиняюсь, ради бога, что я вас перебью, просто из-за того, что нам нужно, чтобы другим хватило по времени. Да, а то... Они только начнут говорить, а мы их уже выключим. Они обидятся, а мы скажем, да, что это виновата Виктория Викторовна, вы же не хотите. Я поделюсь с вами ссылкой на диск наших мероприятий. У нас есть возможность, по крайней мере, понять, что у нас есть ресурсы, интернет-ресурсы, социальные сети и, самое главное, снятые фильмы, которыми мы должны делиться для того, чтобы привлекать к общему делу. И если позволите, сейчас у нас доклад преподавателя русского языка Российского центра науки и культуры Калумпуры-Белозерцевой Алены Владимировны. И вот здесь интересны стереотипы о русском языке в Малайзии. Да, добрый день. Ну, у меня такой не доклад, скорее комментарий и достаточно краткий, потому что, я думаю, те, кто здесь живут, они меня поддержат и... Может быть, что-то дополнит в конце, если, возможно, будет делать какие-то комментарии. Ну, вообще, представьте, что вот мы здесь, российские соотечественники, живем, и вдруг вот мы разговариваем по-русски, и нас кто-то слышит. Что же думают люди о том, когда они нас слышат, как они воспринимают русский язык?
Слышат они какие-то незнакомые звуки, они точно определяют, что это не английский язык, не малайский или еще какой-то знакомый им. Сразу первая идея возникает в этом голове, в их голове, что это, наверное, французский. Ну, может быть, испанский или еще какой-то, да. А русский язык обычно как-то не приходит в голову, честно говоря, и мы всегда объясняем с большим удовольствием, что это русский язык. А дальше нам отмечают, что язык наш очень красивый и мелодичный. И некоторые люди даже пытаются его повторить, хотя это у них не получается, потому что звуки наши достаточно непростые. Также люди не могут понять, где у нас начало, где конец, где заканчивается одно слово и начинается другое. Поэтому здесь тоже достаточно сложно для людей понять, может быть, выделить какие-то даже знакомые слова. Это вот то, что касается восприятия обычных простых людей. А что же дальше? Дальше люди приходят к нам на курсы. Они уже готовы изучать русский язык по каким-то своим личным, иногда причинам по работе или еще почему-то. А с чего мы начинаем? Мы, конечно, знакомим с тем, что такое Россия в культурном плане. Обязательно рассказываем об истории кратко российско-малазийских отношений. Обязательно говорим про Миклу Хамаклая. И вообще можем все, что мы можем об этом сказать. Дальше, с чего начинается наш русский язык? С приветствий. Какое наше первое слово, которое мы говорим друг другу? Это слово «здравствуйте». Состоит оно из 12 букв, и несколько согласных стоят уже вместе, без гласных внутри. Что происходит? Группы у нас такие. У нас, как вы знаете, в Малайзии живут люди различных национальностей. Это и малайцы, и китайцы, и индийцы. И все они разговаривают на своих языках. У всех очень разное произношение, очень разно построен речевой аппарат. Плюс на наши курсы приходят люди разного возраста, поэтому у нас такой очень индивидуальный подход, нужно проследить за каждым, чтобы каждый человек смог произнести, неважно от того, какой язык у него родной, какого он возраста и какого он пола, да, главное для нас, чтобы он все это смог сказать. То есть мы очень хорошо работаем над произношением, но работа, сразу скажу, у нас очень непростая. Следующее, да, что у нас, это алфавит. Первая реакция, когда люди видят наш алфавит, это странные буквы, написанные наоборот. Для кого-то выглядит смешно, для кого-то еще как-то. Чем мы здесь убеждаем, что все-таки это не сложно, что это всего 33 буквы, потому что нам говорят, ведь как это сложно, у вас он совершенно другой. У нас здесь есть очень хороший пример. У нас люди есть, которые здесь очень распространен китайский язык. И здесь мы говорим, что, ну, ребят, вообще-то в китайском языке 10 тысяч иероглифов. У нас всего 33 очень красивые и простые буквы. Поэтому запомнить их совершенно несложно. Но все-таки люди здесь настолько привыкли к латинице, что все равно даже после какого-то времени очень-очень у нас и могут и путать, да, здесь у нас и языковая интерференция, потому что Б и В у нас путают, и Е у нас называют как И очень долгое время. Плюс какие у нас дальше проблемы? Это, конечно, мягкий знак и твердый знак, да, даже после всех объяснений, для чего он существует, не сразу все люди могут понять. Это наша любимая буква «ы». Здесь у нас есть у каждого преподавателя свои секреты, как ее научить говорить, да, из различных звуков, из «и», из «у», и мы уже подстраиваемся здесь тоже под каждого. Ну и наши любимые шипящие, свистящие, буква «ц», которая в себе соединяет два согласных звука, и которую здесь тоже очень-очень путают с буквой «с» и не могут произнести достаточно долгое время. Поэтому, ну вот так вот мы работаем с начинающими, вот это все мы делаем. А еще одно, я совсем уже, да, в конце...
это наша любимая буква «Ё». И что с ней происходит? Хотела бы как раз с вами поговорить и всех попросить наших русскоязычных, русскоговорящих, пожалуйста, когда вы пишете, ставьте точки, потому что для наших любимых иностранцев, когда мы сами не ставим точки, вообще невозможно определить, где «е», а где «ё». И закончить я хотела бы тем, что сегодня у нас день русской буквы «ё», поэтому давайте ставить точки, да, и сами следовать нашим же правилам. Ну, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Алина Владимировна. Действительно, это важно ставить и точки, и не только точки и запятые. А я помню, когда мне говорили по поводу того, что нужно предложения сделать более короткими, в английском языке же более короткими предложения надо делать. И преподаватель английского языка сказал очень просто, говорит, вы понимаете, у нас, говорит, Льва Николаевича Толстого не было, поэтому мы не пишем такими длинными предложениями, пожалуйста, короткими, с точкой. Конечно же, наш русский язык настолько богат, интересен, и не всегда его можно сразу же воспринять, если ты не общаешься с людьми. И очень приятно, что вы такую работу огромную делаете. Мы сейчас в чате сделали ссылочку, подготовили небольшой, очень простой урок, который развенчает мифы о русском алфавите. Нам очень интересно, важно ваше мнение, можете зайти, посмотреть. И это не обучение, конечно, но на нашем сайте есть и небольшие уроки, которые могут вовлечь в русский язык, а дальше уже мы можем направить для обучения русскому языку в центр. Поэтому ваше мнение нам будет очень важно и интересно. Посмотрите, как там. И вы знаете, для меня большая честь сейчас, во-первых, поприветствовать Рывненко Елену Владимировну. Дело в том, что Рывненко Елена Владимировна вот сейчас к нам подключилась, мы переживали, вдруг там это невозможно, а когда я узнал об ее участии, конечно же, я попросил Светлану Николаевну представить лично не ее, потому что большое вам спасибо за участие и за то, что вы нашли время, потому что Елена Владимировна, она представляет, она доктор исторических наук, главного научного сотрудника отдела Австралии, Океании и Индонезии, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии наук. И насколько связан музей с именем Микуха Макая, конечно же, можно много говорить. Я думаю, что это уже скажет Елена Владимировна, если посчитает нужным. И хотел бы также отметить, что благодаря именно музею Кунсткамеры сохраняется коллекция Микуха Макая, которые там есть и в большом количестве, и новые коллекции после наших экспедиций тоже прибывшие там сейчас есть. Поэтому, конечно же, огромнейшую работу и сама Елена Владимировна проводит, о чем известно не только в России, но по всему миру. И передаю ей слово. Спасибо большое. Извините за опоздание, я не могла раньше. Но мне кажется, что я здесь не совсем... Спасибо большое за оценку моей работы, но мне кажется, что я не совсем здесь по теме, потому что я занималась Миклухом Маклая, читала его дневники, записки, участвовала в подготовке собрания его сочинений, собрания его сочинений шеститомного. Вот я могла бы рассказать о значении Миклуха Маклая в изучении аборигенов и малайцев Малакского полуострова. Но не знаю, насколько это уместно вот в направленности данной конференции. Елена Владимировна, мы в первой части конференции как раз говорили об этом. Просто потом перешли на русский язык, потому что Миклуха Маклай настолько... ну, у нас в нашей конференции мы говорим о Миклухе Маклае и о русском языке Александре Сергеевиче Пушкине. Поэтому как раз это не то, что уместно, это именно то, что мы ждем. Поэтому это абсолютно уместно. Будем рады вас услышать. Ну, если вы разрешите, то я очень коротко вообще, потому что занимались мы много в свое время, но сейчас уже кое-что подзабылось. Ну,
пожалуй, я кое-что все-таки смогу сказать. Миклуха Маклай, как известно, его имя связывается с изучением и исследованием папуасов. Но очень мало, очень узкий круг людей, ученых, конечно, знают, что он совершил еще, кроме того, два путешествия по Малаккскому полуострову в 1874 и 1875 году. И сделал там ряд важных открытий. Почему он поехал на Малаккский полуостров? Дело в том, что он был одержим идеей поисков родства папуасов по всему миру. И с этой целью он еще в 1873 году посетил Аэта Филиппин, а вот в 1874 и 1875 году, как я уже сказала, совершил два довольно трудных, ну, собственно говоря, у него вся жизнь была трудная, путешествия в глубинные районы Малаккского полуострова, места расселения химангов, синоев и джакунов. И ему казалось, что он нашел родственные среди, что они родственные папуасам и относятся тоже к меланезийской расе. Ну, сразу скажу, что с современной точки зрения его родство аборигенов Малакки и папуасов не подтверждается, но и правда и категорически не оспаривается. Поэтому до сих пор ведутся дискуссии со всякими уточнениями, с дополнительными исследованиями. И, короче говоря, этот вопрос остается открытым. И поэтому Миклуха Маклай как бы может быть равноправным участником современных дискуссий о родстве негритосов Малакки и вообще негроидов. Но мы, так сказать, оцениваем его результаты его путешествия с другой точки зрения, потому что он описал их образ жизни, в основном кочевой, их обычаи, их утварь, оружие, снаряжение, обряды, татуировки и скарификации лица. Ну и вообще дал этнографическое, подробное этнографическое описание этих народов. Вообще надо сказать, что Миклуха Маклай всегда придавал большое значение языку и собрал везде, где он был, он записывал слова основного словарного фонда. Но языку он вообще придавал большое значение, как вы знаете, он овладел в совершенстве языком бонгу у папуасов. И языком аборигенов он, конечно, не овладел, но очень тщательно записывал все их слова основного словарного фонда. И это было сделано настолько тщательно, он сам говорил, что он много раз проверял их, что когда выдающийся лингвист Блэгден вместе с другим выдающимся этнографом Скитом создал двухтомное исследование по аборигенам Малаккского полуострова, он включил эти слова Миклуха Маклай, словарный состав, который собрал Миклуха Маклай, в свой словарь, в сравнительный словарь вот языков малаккских аборигенов. Ну,
это то, что касается... Таким образом, мы оцениваем большой вклад его в изучение образ жизни. Кроме того, больше, конечно, чем то значение, которое он придавал своим открытиям. Надо сказать, он, Миклуха Маклай, открыл новое племя, неизвестное до него, новое племя симангов Батагде. Причем он абсолютно не придал этому значения и нигде об этом в дневнике не написал. Но когда австралийский этнограф Эндикот собирался изучать религиозные представления этого племени Батагде, он просмотрел слова, которые собрал Миклуха Маклай, и обнаружил, что Миклуха Маклай был первым человеком у этого, первым белым человеком, посетившим это племени, а вторым, соответственно, был вот этот австралийский ученый Кирк Эндикот. И это оказалось совершенно точным, потому что сам Миклуха Маклай, можно сказать, блестящий из глубины веков, подтвердил этот вывод Эндикота. В одной из записной книжки у него мимоходом написано: «Посетил племя Батагде». Ну, это, пожалуй, все, что я кратко скажу о его вкладе в изучение малакских аборигенов. Но дело в том, что Миклуха Маклай очень интересовался и самими малайцами. Но статьи по малакским аборигенам, были изданы три статьи по малакским аборигенам, были изданы еще при его жизни в голландских, немецких журналах и переведены на английский. И они до сих пор, с тех пор, постоянно то, что мы называем, находится в научном обращении. Тот очень узкий круг людей, которые занимаются их изучением, постоянно обращаются к этим статьям Миклуха Маклая. Что касается малайцев, то он очень интересовался ими, но нигде, ни в дневниках, ни в статьях, ничего не написал о них. Все его довольно обширные материалы по малайцам находятся в записных книжках, в таких вот отдельных его заметках, которые находятся в архиве и не изданы до сих пор. Но он очень, во-первых, еще готовясь к путешествию по Малакскому полуострову, он изучал разговорный малайский язык, но это понятно, потому что это язык общенационального общения. И делал выписки об этнографии малайцев и Макса, в частности, Макса Мюллера. Он изучал, очень интересовался малакским не только языком, но малайскими обычаями и образом жизни, и в его записных книжках очень подробный, много зарисовок домов, планов домов малайских. Он татуировкой и орнаментом очень интересовался не только у папуасов, но и у малайцев тоже, и фиксировал орнамент и резьбы на окнах малайских домов, внутреннее убранство, интересные характеристики национальных черт малайцев, их услужливость,
их стиль поведения, их этикет. И, ну, и довольно такие подробные заметки в его этих записных книжках посвящены взаимоотношениям малакских аборигенов и малайцев. Ну, коротко можно сказать, что это отношение взаимного страха и недоверия. Видимо, поэтому... То есть сам он объяснял, почему он не публиковал материалы по малайцам, чтобы не облегчать англичанам вторжение вот в этот регион. Ну, может быть, это действительно так. Во всяком случае, его материалы представляют очень большой научный и исторический интерес. Еще, опять же, я возвращаюсь к языку, которому придавал большое значение Миквуха Маклай. Он часто в своих дневниках уже по описанию, там, где он описывал аборигенов малакских, он, передавая их included their own words, the words of the local Malayan languages in those descriptions. Это более-менее естественно. Но для него иногда это стало некоторые выражения настолько обычно, что он и в своей речи в дневниках употребляет малайские выражения. Там, например, пишет о том, что он был в таком-то, там, где темпа дулу давно не был. То есть иногда совершенно автоматически. Но это не так часто встречается в его дневнике, но все-таки встречается. Кроме того, он явно, видимо, эстетическому вкусу художника, ему очень импонировала арабская графика. И он, многие записные книжки испещрены этой арабской вязью. А дневник, основной дневник по Малакскому полуострову, он начинается, там поместил фотографию самого Миквуха Маклая с мальчиком Ахматом. И сделана сбоку очень аккуратно надпись арабской графикой. Ну, Миквуха Маклай, Ахмат с Миквуха Маклай, господин из России. Так что, и да, Елена, и нет. Огромное вам спасибо. Да, да. Хорошо. Огромное спасибо, потому что у нас не регламент, а прямо сказать, я бы вас слушал. Ну, я только хочу сказать, что дело в том, что вот эти материалы не опубликованы, и если бы они были опубликованы, то можно было бы считать, что история малаистики в России началась с Миквуха Маклая. Спасибо. Вот это потрясающе. Я думаю, что мы сможем подумать и заняться этим вопросом. Тем более, что сейчас, благодаря интересу к наследию Миквуха Маклая, через его идеологическое наследие, где он говорит о том, что все расы равны народы, мы сможем привлечь внимание и заняться точно так же этим вопросом. Я хотел вам два слова сказать. Вот в самом начале я говорил о том, что Елена Валина, мы сейчас переиздаем шеститомное издание. К сожалению, оно было то, над которым вы работали, издано на некачественной бумаге. Не сохранилось никаких абсолютно электронных копий. И эта бумага, она через некоторое время истлеет. Так же, как и весь труд. В связи с этим мы взялись за то, чтобы его сохранить и восстановить. И сейчас дорабатываем, и в этом конце этого года, я думаю, что шеститомное издание выйдет в свет, поэтому тот труд, над которым вы работали, он будет и в электронном виде для следующих поколений в том числе. Поэтому вот над этой работой мы тоже, этим делом мы тоже занимаемся. И второй том, он как раз посвящен Малакскому полуострову, и все абсолютно фотографии, рисунки мы его подготовили, вычистили и отправим, конечно, Светлане Николаевне, Российский центр науки и культуры. И следующий у нас спикер. Я хотел представить
комментарий профессора анатомии факультета медицины здравоохранения университета ЮНИМАС, председателя Ассоциации российских соотечественников Малайзии, капитону Марины Юрьевны. Это о медицинской истории Николая Николаевича Микухамака. Это очень интересно. Я буду очень внимательным. Спасибо большое, Николай Николаевич, глубоко уважаемые Светлана Николаевна, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте мне очень коротко поделиться своими впечатлениями о личности Николая Николаевича Миклуха-Маклая, которая меня чрезвычайно впечатляет не просто как русского человека и патриота, но как врача. Как вы знаете, Николай Николаевич тоже был врачом, он закончил Йенский медицинский факультет, и хотя он не был лицензированным практиком медицины, вот в привычном понимании этого слова, но, безусловно, он имел обширные медицинские знания и навыки, которые, безусловно, помогли ему находить контакт с населением, потому что, естественно, у него был менталитет врача, у него был врача, менталитет психолога. И, безусловно, вот тот авторитет, который он имел среди местного населения, и его способность вот пойти в доверие к местным людям, безусловно, определенный вклад вносило и то обстоятельство, что он оказывал им медицинскую помощь. Он лечил травмы, он лечил ожоги, он лечил укусы змей. И это все, конечно, тоже привело к тому, что реально он стоял на пьедестале у местного населения, как человек необыкновенно уважаемый, признанный и почитаемый. Мне очень понравилось в выступлениях многих докладчиков прозвучало, что это был человек, конечно, необыкновенной силы духа, чистоты помыслов и высоких нравственных идеалов. И я не могу не поделиться одним хрестоматийным эпизодом из его жизни, который описан в медицинских учебниках, который меня очень глубоко впечатлил. И вот позвольте мне рассказать вам о нем. Как вы знаете, в те времена в Юго-Восточной Азии свирепствовала лепра или проказа. Ну, примерно как вот сейчас у нас COVID, вот так же тогда была эта проказа. И точно так же шарахались от этих больных зараженных, потому что мало того, что они были очень заразными, они еще выглядели ужасно, то есть у них были обезображенные лица, и поэтому вот создавались такие обсервации, куда этих людей свозили. И вот в Малайзии, вы, наверное, знаете, до сих пор существуют лепрозории на территории Сунгай-Було, в котором люди совершенно изолированы от внешнего мира. То есть у них свои кладбища, мусульманские, христианские, индусские, свои храмы и так далее. И все контакты с внешним миром абсолютно исключены. И если вот просто кто-то видит на улице такого больного, то, конечно, все шарахаются и в ужасе стараются обойти как можно дальше. И вот, как гласит легенда, однажды Николай Николаевич шел по улице и увидел умирающего от лепры больного, который вот просто лежал на обочине. Но он, конечно, никакого не проявил ни чувства брезгливости, ни чувства опаски заразиться, а просто приблизился и даже вот какое-то выразил сочувствие своим лицом этому человеку, а сам он при этом покуривал трубку. И в это время вот этот умирающий от лепры больной сделал движение, что он попросил, чтобы тот дал ему затянуться и закурить эту трубку. Николай Николаевич, ни секунды не думая, протягивает ему эту трубку. Естественно, он врач, он хорошо знает, как передается лепра. Вот от такого контакта практически вероятность заражения не очень велика. Больной лепрой берет эту трубку, затягивается несколько раз и возвращает эту трубку Николаю Николаевичу. А дальше он ее берет. А дальше он ее закуривает. Можете себе представить? То есть это просто, конечно, ну это вот такая сила духа нужна для такого поступка. Бог его спас, он не заразился. Хотя, конечно, он был очень больным человеком. Диагноз его до сих пор не установлен. Диагноз даже не смог поставить великий русский врач Сергей Петрович Боткин. Но просто вот могу вам просто продемонстрировать, чтобы вы поняли, какие страдания этот человек переносил, какие вообще боли у него были от того, что он испытывал воспаление тройничного нерва. Тройничный нерв – это главный нерв головы, чувствительный нерв. Вот можете посмотреть, вот есть три точки, видите, вот эта точка, вот просто надавите у себя, просто у здорового человека надавите вот эта точка и вот эта точка. Это место выхода нервов, и даже если сильно надавить, даже у здорового человека это больно. А представьте себе, что если у человека была опухоль нижней челюсти, и как раз вот этот вот нижний челюстной канал
и случился, вот эпителий этого канала послужил началом опухоли злокачественной, которая впоследствии дала метастазы в мозг, и хотя Николай Николаевич умер от пневмонии, но, по сути дела, он на тот момент уже умирал от вот, онкологического заболевания, от вот этой остеосаркомы с метастазами в головной мозг. Поэтому вот спустя многие годы мое восхищение, преклонение силы духа этого человека, чистотой его помыслов и светлая ему память. И, конечно, приложу все усилия, чтобы популяризовать его наследие. На будущий год я являюсь членом комитета медицинского клуба в университете УНИМАС. Обязательно предложу какую-то тематику, связанную с Николаем Николаевичем, потому что врачам это будет особенно интересно. Кроме того, что, конечно, он был и ученым великим, и в том числе он занимался изучением филогенеза головного мозга. Philogenesis of the central nervous system in fish. Не только медикам, а и просто всем людям, живущим в Малайзии. Марина, огромное вам спасибо. Это безумно интересно. И если позволите пару комментариев, если что, вы меня поправите. Ну, по поводу действительно его образования, он не закончил, хотя получил полностью образование, вы знаете, но не пошел получать диплом. Кстати, да, он не сдавал экзамены, да. Он посчитал важным для себя дальнейшее продолжение как естествоиспытателя, а для естествоиспытателя не нужен был диплом. Для естествоиспытателя нужны были навыки, вот этими навыками он уже обладал. И самое интересное, что и в области науки, мы сейчас говорим о нем, как о великом ученом. Так вот, что самое интересное, я задал вопрос вот Данилу Ильичу Тумаркину, он был основатель как раз, не основатель, извините, а редактор шеститомника и маклаевед, вот в том году, как я сказал, умер, спросил по поводу научных степеней, потому что я знал, что у него нет, но все-таки спросил, как же так, вот Миклух Маклай, мы говорим великий ученый, а никакой степени от Российской Академии Наук, императорской, да, у него нет. Он говорит, а вы знаете, Денис Николаевич, судили тогда по заслугам. И вот это вот получается, что Миклух Маклай, тот человек, о котором мы говорили, говорим, действительно как гражданин мира, человек, который признан людьми за свои действительно деяния, которые подтверждены результатами, не просто какими-то медалями, которые людям за какие-то заслуги вешают. И мы через некоторое время видим, какое великое его наследие. По поводу Боткина, да, действительно, он не смог дать никаких комментариев по поводу его болезни, он лечил его совсем от другого. Николай Николаевич после смерти не было диагноза, что он умер от рака челюсти, если так вот простым языком говорить, да, и только через 50 лет после того, как его перезахоронили с Волковского кладбища на Литераторские мостки, это недалеко находится, но это как бы музей считалось, музей-кладбище, то череп его изъяли в Русском географическом обществе. И самое интересное, именно по той причине, что это было его завещание. Благодаря этому завещанию этот череп хранится сейчас на Васильевском острове в кунсткамере, в одном из хранилищ. Сразу же скажу, что вот то, что я говорю на конференции, оно, безусловно, есть открытая информация к этому, но его не показывают. Вот родственникам показывают, я ездил, смотрел, разумеется, на все это дело. Да, действительно, у него там метастазы, и в течение нескольких лет, последних двух лет, по предположительно, он мучился от этой ужасной боли в течение всего времени, то есть умер он все-таки предположительно от именно рака. По крайней мере, вот такое было заключение. Может быть, вы скажете, что нет, но вот у меня есть такие сведения. Что вы могли бы прокомментировать это как-то, нет? Да, безусловно. Но прежде узнали. Всего хочу сказать, что, безусловно, у него было злокачественное новообразование, и хотя я не могу утверждать, что именно вот экспозиция вот этой вот инфекции лепры этому была причиной, но в настоящее время широко известно, что именно инфекция является триггером очень многих злокачественных опухолей. В частности, вот доказано в отношении рака желудка, рака шейки матки, рака печени, это 100% триггер, инфекционный агент. В отношении других злокачественных опухолей я совершенно не исключаю того, что как такового инфекционного заражения лепры не было, но патоген попал в организм, потому что, естественно, он общался с этими больными, и вполне возможно, что именно это было триггером. Ну, а что касается непосредственно причины смерти, то причина-то смерти, она или остановка сердца, или остановка дыхания. Поэтому считается, что непосредственной причиной вот кончины, да, последнего вздоха, это была все-таки дыхательная недостаточность и пневмония. Но, безусловно, человек в это время уже умирал от рака.
а в итоге вот умер от пневмонии просто потому, что, ну, это вот было такое совпадение. В любом случае, конечно, умер безумно молодой, умер гениальный, талантливый человек, безумно жалко, и будем изучать его наследие, будем восхищаться им и широко пропагандировать. Что самое интересное, умирая, его были последние слова: «Как жаль, что все мои труды пропадут, что все мое дело пропало». И вот сейчас мы через сколько лет понимаем, что не пропало, и все то, что он сделал, действительно оказалось многим поколениям интересно. Я вам должен сказать, что, кстати, по поводу черепа, чтобы мы понимали, это официальный череп, наверное, один из немногих в мире, точнее, не знаю, второго, который официально был бы передан. Передан он специально для того, чтобы подтвердить то, что папуасы Новой Гвинеи, что другие аборигены, которых считали некоторые ученые неполноценными, абсолютно такие же полноценные люди, как и мы. Он свой череп для этого завещал, показав, что действительно отличий нет. В этом плане вот его еще один из подвигов, и спасибо, что вы об этом рассказали, потому что как медик он, конечно, очень интереснейший человек и бесстрашный, потому что, ну, наверное, у медиков это есть, да, взять скальпель и, если надо, вырезать гортань для того, чтобы изучить ее. Для них это нормально, для нас это страшно. Я благодарю вас и хотел представить следующего человека, который действительно увековечил во многом Николая Николаевича, его облик, благодаря той скульптуре, которую он сделал. Это Потоцкий Григорий Викторович о создании переданной Национальной галереи искусств и культуры Николая Николаевича Мелькова-Маклая. У нас звук работает. Да. И я так понимаю, что мы хотели бы еще раз представить нашего следующего спикера. Еще раз, раз. Григория Викторовича Потоцкого. Вы меня слышите? Добрый день. Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Все вас слышно? Меня слышно, правильно? Простите, вы меня слышите? Да, очень хорошо. Да, хорошо. Мы вас слышим очень хорошо. Вы знаете, меня, конечно, очень и очень много связывает с Малайзией. Благодаря посольству Малайзии, благодаря культурному русскому центру, его руководителем, его сотрудникам. Я с удовольствием вспоминаю все свои поездки, встречи с теми людьми, которые мне помогали, и Алена, и Инна. Всегда было взаимопонимание, всегда было очень доброе пожелание. Посольство всегда, ну, буквально делало все возможное, чтобы мое пребывание было на острове прекрасным. Я сделал несколько работ для Малайзии. И особенно важно было в отношении Николая Николаевича Мелькова-Маклая не просто вылепить его портрет, а следовать ему, быть таким, как он. Он же эталон путешественника, эталон русской интеллигенции, эталон русского ученого. Ведь он пытался найти язык понимания, язык мира. Поэтому одной из моих первых работ в Малайзии была установка памятника «Ислам – это мир». Я хотел показать, что вера в Бога, будь это ислам, индуизм, будь это православие, католицизм, вера в Бога – это вера в человека, вера в добро, вера в любовь. Она объединяет, она не разъединяет. То же самое и Мелькова-Маклай, который приехал, он понимал, что все люди одинаковы, что мы, может быть, отличаемся языком, может, мы отличаемся уровнем культуры, уровнем цивилизации, но мы одни и те же. И когда мы говорим на языке взаимопонимания, доброты, на языке любви, когда мы приходим с миром, мы находим общий язык. Нас объединяет дружба, нас объединяет любовь, нас объединяет
то человеческое, что нас делает людьми. И он был не просто великим гуманистом, великим ученым, великим мыслителем. Это был действительно Микрухан Маклай великий человек. По той причине, что он понимал, что люди во всем мире просто одинаковы. Вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости от знаний. И что на всех уровнях их всегда может объединять доброта. Поэтому, работая над его образом, я именно искал, пытался выразить именно этот образ. Когда я установил свой первый памятник «Ислам – это мир», это было к 40-летию установления отношений между Россией и Малайзией. 45. Это было удивительно. Вот моя поездка, она меня тогда просто поразила тем, насколько прекрасна Малайзия. Насколько доброжелательные люди, насколько, как они тебя воспринимают, как они к тебе относятся. Я смотрел в глаза местных жителей, будь это малайцы, будь это китайцы. Это было удивительно доброе и такое благожелательное ко мне отношение. Первый раз в памяти был установлен в самой галерее. А спустя 10 лет, уже на 50-летие, мы установили «Ислам – это мир» уже на улице, чтобы донести до всех людей. Что мы люди, верующие в Бога, что мы люди, несущие любовь. Не важно, что мы на каких языках говорим, к каким религиям относимся, мы все одинаковы, мы люди, мы человеки. И в этом может быть завет Николая Николаевича Микрухи Маклая, что нужно быть таким и нести такое. Кроме того, что я сделал памятник Микрухи Маклаю, я также установил 200-летию памятник Лермонтову, Юрию Лермонтову, тоже благодаря усилиям и поддержке Русского культурного центра. К 200-летию тогда я памятник установил в Китае и в Малайзии. Это был единственный памятник, который был установлен в честь великого русского писателя к 200-летию. Поэтому меня связывает такой очень значимый круг целых дел, которые мы делали вместе с Малайзией. Я надеюсь, что в будущем мы в Малайзии установим еще символ доброты и мира одуванчик, который уже находится в 40 странах мира, где мы хотим нести те идеи, которые берут свои корни у того же Николая Николаевича, о том, что доброта является решением всех проблем, что человек только тогда человек, когда он добрый, что доброта и благодарность – главный закон человечества. И, может быть, Николай Николаевич не формулировал так четко эти идеи, но он четко соответствовал этим идеям. Он исходил из этих идей. И благодаря этому его местное население принимало, любило, и он остался в памяти. По той причине, что он совершил своей жизнью, своей научной карьерой, героический подвиг. И не важно, что он думал, что его наследие погибло. Нет, оно не погибло, оно осталось. Оно даже, если бы не сохранилось настолько, насколько оно сохранилось, оно бы сохранилось бы в сердце малайского народа. Оно бы сохранилось в сердце папуасов, потому что они передают о нем легенды. Они передают о нем ту правду, которую он оставил. Такая правда, такая любовь, такое понимание никогда не умирает. Такие люди всегда остаются. Они как свет потухшей звезды из прошлых веков, светят нам и направляют нас, и показывают, какими надо быть, как жить. Это те люди, которые являются эталоном, что есть русский, что несет Россия. Вот я все свои дети, как президент Международной академии доброты, пытаюсь экспортировать идеи доброты. Но вот Микрухи Маклай, он был действительно членом, можно сказать, действительно членом Международной академии доброты. Он нес добро, он нес свет. И доброта, именно доброта определяла всю его деятельность, все его поведение. И благодаря позиции доброты можем понять тот вклад, который он принес в мировую деятельность по изучению Малайзии. Потому что он там оставил. И Россия навсегда останется в Малайзии именно благодаря его деятельности. И благодарные малайцы всегда будут с благодарностью остаться к России благодаря тому подвигу, который совершил Николай Николаевич Микрухи Маклай. Вот так коротко. Григорий Ильич, огромное вам спасибо за эти добрые слова. И я думаю, что все присоединяются к вам. И я должен вам сказать, что, конечно же, особенно для молодого поколения, которому ты говоришь о том, что важно быть добрым, который не всегда воспринимает это, потому что
кажется, что иногда, показав свою силу, ты быстрее получаешь результат. Так выясняется, например, Микухмакая, что именно через доброту знания, развитие, интеллектуальную развитость, свою смекалку, можно многим более достичь, чем при помощи силы. Лев Николаевич Толстой как раз писал об этом, о том, что вы первый своим мужеством, не своей силой воли, своей добротой и отношением к местному населению, не пушками и водкой, как это делали другие, сделали невероятную вещь о том, чтобы показать, как люди должны жить с людьми. И, кстати говоря, вот интересный факт по поводу опять шеститомника, опять вернусь на одну секунду об этом, потому что, вы представляете, Николай Николаевич почему так известен во многом? Ну, помимо того, что он превосходно рисовал, и когда открываешь его, конечно же, книги, дневники, ты видишь иллюстрацию, что немаловажно. Очень важно еще и то, что его научный труд стоит в разделе путешествия. Он увлекательным образом писал. Лев Николаевич Толстой, который с ним был в переписке, он был его другом по переписке, сказал ему, когда он готовил свои дневники, о том, что немаловажно еще и помнить о той науке, которой я служу, то есть Лев Николаевич Толстой, о том, как люди живут с людьми. Не забывайте об этом. Видимо, это повлияло в какой-то мере, потому что действительно, читая его научные труды, читая его книги, никогда не подумаешь, что это научный труд, а настолько увлекаешься всем. Поэтому большое вам спасибо за это отношение, за то, что вы сделали. Это многим напоминает. Я хочу пригласить следующего спикера. Мы как на одном дыхании вообще все проводим. И потрясающе, вы знаете, то, что вот на нас на конференции, я вам откровенно скажу, скоро она к концу подходит, у нас еще два спикера и потом обсуждение. Вот статистика, опять же, голая статистика. Во время конференции обычно через 20-30 минут половина людей уходит, а у нас прибавляется. Это потрясающе вообще. Всем огромное спасибо. Видимо, Николай Николаевич нас всех объединяет. И, конечно, Александр Сергеевич Пушкин и этот проект, и нашими всеми усилиями, видимо, люди с внутренним стержнем, внутренним духом, тем, который нам всем очень близок. Я хочу пригласить для выступления, сделать комментарии заведующего кафедрой филологии стран Юго-Восточной Азии, Монголии и Кореи, Института стран Азии и Африки, Московского государственного университета имени Ломоносова, Пушкину Евгению Сергеевну. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Николай Николаевич. И я сразу начну с того, что, конечно, дело Николая Николаевича Миклуха-Маклаева, несомненно, живет еще и в том, что тот язык, которым он так интересовался, та культура, те земли, да, та страна ныне, остаются предметом большого интереса и научного изучения. И прежде всего вот в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, где отдельно, тут это можно подчеркнуть, у нас преподается именно малайский-малазийский, потому что, да, родственные очень близко между собой, по сути, ну, два варианта малайского языка, государственный язык Индонезии, государственный язык Малайзии. Но, тем не менее, для практического использования, для перевода официального документов, СМИ, эти языки все-таки расходятся. И у истоков изучения и преподавания у нас отдельно именно вот малайского, поскольку индонезийский-то более давнюю историю имеет и преподается и в нескольких других вузах, к счастью, это очень важно, стояла у нас фигура, которую можно на самом деле сравнить вот по своей преданности науке и самоотверженности, хотя... В общем, человек сам по себе, конечно, гораздо менее известный, но я должна сказать, что преемственность с делом Миклуха-Маклая заключается еще в том, что, по-моему, круг наших малаистов, индонезистов, филиппинистов, вот кто занимается малайским миром, отличается очень большой преданностью и энтузиазмом, вот, любовью огромной к своему делу. И вот в 1972 году Татьяна Валерьяновна Дорофеева, моя учитель в свое время, коллега, побывав в Малайзии на практике вместе с Виктором Александровичем Погодаевым, который сегодня выступал, и еще с двумя товарищами, смогла тогда в Институте стран Азии и Африки
инициировать работу именно малазийского направления, при том, что тогда, чтобы у нас открыть язык, на это требовалось согласование на уровне ЦК КПСС. Но вот такой импульс пошел, что это произошло, и мы стараемся воспитывать наших студентов, это вот как бы наш ответ Малайзии, малайскому миру, наша устремленность туда. И, может быть, несколько иные акценты у нас стоят по сравнению с русистами, работающими в Малайзии, потому что здесь самое главное — составить общее представление, заинтересовать страной, дать какое-то первое знакомство. А мы готовим небольшие группы таких настоящих страноведов с хорошим знанием языка, владением на профессиональном уровне. И знакомим с культурой, то есть вне зависимости от профиля специализации, даже там, скажем, экономисты, даже политологи у нас, допустим, слушают курс литературы. И мы очень стараемся, чтобы они, то есть самое главное, что они получают, это комплексное представление о стране, а значит, все-таки неминуемо к ней любовь. И хочется верить, что у нас очень получается достойная смена. Там, может быть, приземленно говоря, продукт, но продукт очень хороший, частично он сейчас в Малайзии тоже представлен, чему, конечно, мы очень рады. И сказать хочу, что вот сотрудничество, да, именно в сфере образования, конечно, для нас очень важно в самых разных его видах. Мы долгое время тут переживали достаточно сложные времена, поскольку, ну, по разным причинам сейчас получается так, что если, допустим, в советское время работал договор об обмене студентами и преподавателем, то далее стало несколько сложнее. И на данный момент малазийские университеты не имеют соответствующих договоров в России, и МГУ, в частности, не имеет. Это то, что мы очень стараемся сейчас представить, очень исправить. И есть определенные движения, я просто даже боюсь сейчас сглазить, потому что несколько раз это уже, ну, не получалось, но какую-то отдачу, вот, усилия постепенно начинают приносить. Так что пожелайте нам успеха, но мы очень, конечно, рассчитываем и на сотрудничество с культурным центром, и на помощь посольству, а мы, в свою очередь, силами наших выпускников всегда готовы их укрепить. И закончу трогательным воспоминанием, которое как раз очень связывает воедино и тему малайского мира, и образования, и, конечно, Николая Николаевича Миклуха-Маклая, потому что вот в первый мой приезд, это был 1987 год, как раз с Татьяной Валерьяновной, которая меня учила, с которой я потом работала, и с нашим президентом многолетним общества Нусантара, заведующим кафедрой восточных языков МИД Верен Владимировичем Сикорским, мы оказались в Малайзии на стажировке, и тогда мы все-таки ездили, старались очень активно по полуострову, забираясь в те места, куда тогда даже вот доступа особенного не было, и тех шикарных шоссе, что есть сейчас, тоже не было. И мы едем, по-моему, это где-то, значит, за Куала-Липисом в Паханге, где были тогда только красноземные дороги. Вечер, кричит азан, там, значит, магриб, темно. Летит такой Рыдван, автобус, коробка железная по этой красноземной дороге, мы все вот в этой красной такой пыли, сидят очень колоритные малайцы, и Велен Владимирович нам говорит: мы как Миклуха-Маклай. Вот. Но очень, конечно, с одной стороны, это дистанция преувеличения огромного размера, с другой стороны, не случайно у него тогда была такая мысль. Так что мы очень стараемся во имя изучения вот этого предмета, который ему был важен, тоже прилагать все усилия. Спасибо большое. Огромное вам спасибо за ваш доклад. У нас следующим должен быть Михаил, прошу прощения, игумен Павел. Сейчас, я так понимаю, по какой-то причине, да, он не сможет
да, выступить, мне сказали. Я, если позволите, два слова скажу о Микулах Маклай, как о православном человеке, поскольку православие – часть культуры, русской культуры. Несмотря на то, что, конечно же, страна Россия – это многоконфессиональная страна, принимающая и уважающая ценности культуры. Так вот, Николай Николаевич, он был женат на австралийке. Я вот, несмотря на то, что полный тезка Николая Николаевича, я родственник по старшему брату, то есть я двоюродный праправнук, а прямые, они непосредственно находятся в Австралии, мои кузены. Так вот, он был женат на дочери генерал-губернатора Австралии, это сэр Робертсон. Если два слова говорить о величии сэра Робертсона, то австралийцы говорят следующим образом. О всех написано 5 страниц о вкладе в Австралию, а вот о сэре Робертсоне 6. Поэтому действительно серьезный был товарищ, и он был против брака. В первую очередь, потому что Микулах Маклай, конечно, несмотря на свою знаменитость, был не богат, но и один из важных причин, то, что он выступил, потому что нужно, если жениться, то по условиям, протестантским условиям. Если вы помните, то в то время, если ты уходил от православия, ты переставал быть русским. И он в этот момент сказал ту фразу по поводу того, что я не только служу науке, но и служу России. И запросил у Святейшего Синода разрешение на свой брак. Так вот, император и Святейший Синод в виде исключения дали согласие на то, чтобы православный женился по обычаю протестанта. В последующем супруга увезла двух сыновей в Австралию и до сих пор хранят память об этом, обо всем. И, соответственно, вот мы поддерживаем регулярные контакты. Поэтому Микулах Маклай был исключительно глубоко русский человек и в том понимании не русскости национальности, а именно русскости как россиянинов, который в себя впитал очень много национальностей, потому что это и поляки, это и немцы, это и шотландцы. Вы спросите, где русские? Ну вот поэтому он настоящий русский человек, потому что именно русский дух, да, безусловно, русскость в нем была, и русский внутренний характер, настрой, это именно Николай Николаевич Микулах Маклай, и это то, с чему он был воспитан в семье. Это те качества, которые были воспитаны многие люди русские того времени в семье. Я хочу, это нас и объединяет, потому что мы в Николае Николаевиче видим очень много того, что мы сами получаем и в семье, и в общении, и, наверное, поэтому он нам интересен. Потому что мы видим во многом в его действиях и наши действия, которые бы мы могли бы совершить, а в тех вещах, когда у нас есть сомнения, теперь мы знаем, как надо поступить. Все очень просто. Мы видели пример Николая Николаевича. Я хочу поблагодарить всех спикеров, и у нас очень много вопросов, которые начали задавать. Я предлагаю, если у вас есть они, вы можете писать в чате, потому что на какие-то мы сейчас ответим, а что-то мы просто вышлем ответы на эти вопросы. Плюс каждый получит абсолютно материалы. Я сразу же скажу, что у нас основной проект проходит в сети Facebook, и у нас будет огромная просьба поучаствовать, посмотреть за нашей группой «Российские деятели науки и культуры», давать свои комментарии, чтобы мы делали. Мы будем делиться статьями, которые есть и которые вы выпускаете. Мы ежедневно их делаем, и, разумеется, мы не можем быть идеальны. Мы хотели бы, чтобы мы совместными усилиями делали этот проект, продвигали его, в первую очередь, сейчас о Микулах Маклае и Пушкине, а дальше уже и о других наших великих деятелях, которых в России достаточно много. И у нас, я бы хотел сейчас отметить и искренне поблагодарить за невероятно фантастическую организацию. Я, например, скажу, не видел даже такого, этой конференции со стороны Светланы Николаевны. Я думаю, что ей огромные аплодисменты, вот прямо вот так вот, потому что ей большое спасибо. Вот. Во-первых, действительно, мы это делали очень быстро, и сделать таким образом, это, конечно, дорогого стоит. Я также хотел поблагодарить и тех наших зарубежных партнеров, которые сейчас на английском языке слушали нашу конференцию,
И то, что Микуха Макая не забывают, это можно точно сказать, потому что вышла недавно и статья о Николае Николаевиче Микухе Макае на малайском языке. Это, конечно, потрясающе. Кстати, я могу вам сказать, что два слова на примере того, как мы вот сейчас работали последние несколько лет в Папуа-Новой Гвинее, потому что вот я проводил ряд экспедиций с нашими учеными из Российской Академии Наук. И после этого мы работали и информировали прессу о наших действиях. Вот я просто вам для примера могу вам сказать, что был такой саммит АТЭС в 2018 году, который включал в себя достаточно лидеры всех государств там собрались. И у России достаточно мало было связей и контактов с Папуа-Новой, не так, как с Малайзией. Практически их не было. Так вот, о России писали больше всего статей, около 5 больших статей с огромным количеством заметок. Именно потому, что мы правильным образом дали информацию о том, что у нас сделано в интересной доступной форме. В Daily Mail, например, в то время, когда там санкции какие-то вводили, написали статью о наших научных экспедициях, потому что мы ее отправили. Поэтому, если вы будете не против, и то, что мы сейчас провели конференцию, результаты, которые мы будем делиться и с прессой, так же, как с прессой Малайзии, так и с прессой российской. И прессой не просто, у нас в партнерах работает Интерфакс с нами, поэтому по итогу мы будем, безусловно, рассказывать о нашем проекте. И если у вас будут какие-то мнения, нам очень важно они, чтобы вы какими-то заметками по итогу, может быть, сделали несколько слов по итогу этой конференции для того, чтобы мы могли это опубликовать. То есть нам нужен буквально абзац из 4 слов. Я вижу, что эта конференция, вот вы знаете, как мы сделали фильм, вы посмотрите 8-минутный, «Кто для меня Микуха Макае?» Да, вот почему важна эта конференция? Я бы вот так назвал. И конференция не в плане только о Микухе Макае. Мы должны не забывать, это конференция, связанная с российскими деятелями науки и культуры, с целью привлечения к российскому образованию, русскому языку. Ну, конечно же, поскольку мы начали с Микухе Макае, и о нем нельзя забывать. Я также, пользуясь случаем, должен еще раз... Кстати, я должен сказать, что вот... Со стороны владыки Сергия, митрополита Сингапурского Юго-Восточной Азии, патриарший Экзархат Юго-Восточной Азии Сергий, с которым мы хорошо знакомы, он тоже точно так же поддерживает. И вот мы недавно общались, сказал, что да, действительно, вот есть работа, которая проходит в Малайзии. Следующее и самое немаловажное, это для нас поддержка со стороны посольства, потому что это, безусловно, то, что позволяет нам понимать, что мы делаем то дело, которое нужно нашему Отечеству. Это очень важно, и нужно не только нашему Отечеству, и двусторонним отношениям, и открытости наших стран друг к другу для укрепления всесторонних отношений, которые, я думаю, что важны, и которые на базе культурных, гуманитарных связей могут выстраиваться уже повсеместно и в области экономики точно так же, потому что почему нет. И я знаю, вот я сейчас даже хочу еще раз поблагодарить, конечно же, посла Наиля Мазгуловича, потому что это то, что позволяет нам понимать, что мы имеем очень серьезную поддержку, нас вдохновляет. Вам огромное спасибо за это участие, низкий вам поклон за то, что вы с нами. И я передаю слово Светлане Николаевне. Можно вы пару слов скажете о своих впечатлениях? Спасибо большое. У меня, конечно, в первую очередь искренние слова извинения, что мы по регламенту, может быть, сегодня были не так верны, не так точны. Я хотела бы выразить слова благодарности каждому за эту очень интересную дискуссию и подтвердить наше намерение в следующем году провести юбилей на высоком уровне. Мы сегодня видели, что потенциал каждого из нас высок, и мы можем сделать это мероприятие, но действительно событием года, если говорим про культурно-гуманитарную сферу. Я уверена, что все нам помогут, и вместе мы это сможем сделать. Спасибо большое.
Спасибо большое. И я тогда обещаю, что мы вышлем материалы в ближайшее время. Это будет и видеофильмы, и, конечно же, для того, чтобы следить за тем, что у нас происходит, прошу вас по итогу того, как выйдет у нас пост, связанный с проведением нашей конференции, сделать репост, опять же, для распространения информации для более широкой аудитории. Большое спасибо нашим друзьям, которые слушали на английском языке, нашему переводчику-синхронисту. Огромное спасибо, низкий поклон. Столько времени и на таком уровне переводить. Потому что наши For providing the interpreting. Thank you. Да, позвольте мне еще в завершение конференции предоставить слово госпоже Датук Наргиз. Я прошу прощения, не вижу. Это не запланировано, это как бы так вот под впечатлением мне хотелось бы высказаться, поблагодарить за персональное приглашение Светлану Николаевну, прислала письмо, чтобы участвовать. Мне очень приятно всех видеть, кого я многих знаю. Спасибо большое, Николай Николаевич, за вашу конференцию. Она очень информативная, очень полезная, на мой взгляд. Я хотела бы показать вам, значит, вот у нас книжка «Дома» здесь есть в Малайзии, «Русская Россия, история России». Она и для детей, и для взрослых. И у нас здесь есть вот такая вот большая страница, посвященная Михаилу Хамаклаю и «Мои дети». Учащиеся здесь, в международной школе, они, так как я сама путешественница, не туристка, а именно путешественница и профессионал в туриндустрии, благодаря России, конечно, я начала свою деятельность в Малайзии еще 26 лет тому назад и являюсь одной из самых первых в туризме человеком, который начал промотировать вообще Малайзию на русскоязычную аудиторию. Поэтому мои дети прекрасно знают, что такое история туризма, и в своих выступлениях, где есть докладах, тоже говорили о Михаиле Хамаклае и прекрасно знают историю именно вот вашего предка, поэтому это очень приятно присутствовать и действительно информативно. Всем хочу пожелать удачи, поблагодарить посла России и, конечно, рассчитывать на сотрудничество успешное. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо вам за добрые слова. Я тогда должен сказать, что мы, кстати говоря, вот у меня сзади меня есть такая картинка, если вы увидите. Человек с Луны. Николай Николаевич, наши друзья папуасы с берега Маклая назвали «Человеком с Луны». Мы выпустили фильм некоторое время назад по следам экспедиции. Мы провели экспедицию по следам, прошу прощения, Михаила Хамаклая. Если у вас будет время, то будем рады, если вы посмотрите. Сейчас это доступно на канале. Здесь так и написано. «Человек с Луны». «Человек с Луны», да. Так и написано. Да. И это есть информация, да. Поэтому, да, в школах, здесь уже в школах даже дети знают о вашем предке, потому что мои дети в школах тоже об этом делали доклады. С точки зрения мамы-путешественницы. Мы подготовили все фильмы у нас, вот этот фильм на английском языке, без субтитров, полностью он переведен. Поэтому его будет интересно посмотреть как на русском, так и на английском языке. И мы его делали, откровенно сказать, не предполагая, что он будет настолько актуален, популярен на телевидении. Его показали по телеканалу «Культура» несколько раз, его показали по другим каналам. То есть это показывает, что действительно, оказывается, личности интересно. И даже те кадры, которые мы снимали с интервью с нашими старейшинами берега Маклая, которые его помнят, они очень о многом говорят. И несмотря на то, что там мы не затрагиваем Малайзию, принципы, опять же, того отношения к людям, они нужно помнить их и видеть их результаты повсеместно во всем мире. Я думаю, что это не имеет значения. Здесь нет границ. Есть ли какие-то вопросы, если еще, Светлана Николаевна, мы готовы ответить, и я думаю, что уже в следующий раз будем встречаться, да? Хотела бы предоставить слово Наилю Мазгутовичу Латыпову, послу Российской Федерации в Малайзии.
Да, спасибо большое, Николай Николаевич, Светлана Николаевна. Я хотел вас искренне поблагодарить за организацию этого мероприятия. По-моему, оно было очень полезным, познавательным. И, как мне кажется, очень важным с точки зрения вот, взаимного узнавания. Да? Нас малазийцами, и мы малазийцы. Вы абсолютно правы, что двусторонние отношения начинаются именно с человеческих связей, с взаимного интереса, изучения культуры, искусства. В этом плане, я думаю, что конференция очень была полезной. Надеюсь, что вот все последующие мероприятия, которые у нас запланированы на будущий год, дадут такой очень хороший толчок нашим связям с Малайзией по самым различным направлениям. Они и так, в принципе, развиваются достаточно стабильно, но мы надеемся, что вот именно такие мероприятия дадут нам как бы новый импульс. И в этой связи я хотел бы обратиться ко всем, и тем, кто выступал, и тем, кто слушал нас сегодня. Были высказаны интересные, как мне кажется, идеи, предложения, и я хотел бы призвать не стесняться в этом плане и направлять, если можно, это все в письменном виде, в посольство или вот культурный центр, который возглавляет Светлана Николаевна. Это вот, начиная от предложения, так сказать, об обмене студентами. Евгений Сергеевна, извините, я вот, к сожалению, мы уже целый год почти здесь, без малого, но не знал о том, что... Я знал, что у нас нет преподавания русского языка в малазийских университетах. Мы что-то пытались сделать, но пока будем надеяться, что результаты какие-то будут. Но если вы уже в этом плане работаете, то мы готовы будем эти усилия поддержать и постараться вам помочь каким-то образом. Спасибо. Ваша группа у нас работает на хорошем счету, поэтому я считаю это чрезвычайно важно. И по всем другим предложениям, что касается установки, скажем, там, знакомства с российским искусством Малайзии, продвижения здесь, мы открыты, готовы. Собственно говоря, это одна из наших задач, над которой мы должны работать. Поэтому я еще раз хотел бы искренне поблагодарить организаторов конференции, надеяться на то, что мы с вами будем сотрудничать, и это сотрудничество принесет хорошие результаты, в том числе и в плане развития наших двусторонних отношений с Малайзией. Спасибо большое. Большое спасибо за эту поддержку. И очень хорошо, что мы как раз видим из сразу же результат от конференции, когда мы можем действительно продолжить это уже определенными конкретными действиями. И я тогда, с вашего позволения, скажу, что у нас запланирована также конференция, еще одна. Дату мы сейчас еще определяли со Светланой Николаевной, уже с привлечением в большей степени наших зарубежных партнеров, которые, с малазийцев, которые записались на эту конференцию, но, откровенно сказать, мы им не отправили ссылку. Некоторые попали, поэтому делали синхронный перевод. И для них мы будем ее делать чуть позже, может быть, более сжато. И эту дату, я так понимаю, Светлана Николаевна, мы определяем в период с 10 по 12 число, в ближайшее время, на, соответственно, сайте, а также на Фейсбуке, как проекта, так и Российского центра науки и культуры, мы эту информацию сможем увидеть. И огромное спасибо посольству за эту информацию. Мы подготовим пост-релиз после этого. Поделимся это, кстати говоря, в России. Я считаю, что это будет привлекать внимание точно так же и российскую сторону для укрепления этих отношений, важных для нас. А малазийцы, соответственно, смогут видеть то отношение, которое мы несем в память и о их доброй памяти, о Микуха Макай, о России и о том, как они, насколько доброжелательны к нам. Спасибо большое. Тогда всем да. Спасибо. В завершение конференции хочу только сказать, что чат нашей конференции просто переполняет слова благодарности в адрес всех одних и в адрес других. Это искренне. Мы тоже вас, как организаторы, благодарим каждого участника. Спасибо вам большое. До скорой встречи. До свидания. Спасибо. Спасибо большое.